Да, всем добрый день. Всем действительно мы рады видеть. Те, кто первый раз, те, кто второй раз, те, кто третий раз. Надеюсь, что мы не последний раз видимся. И вообще тема такая, связанная с биомеханикой, это тема здоровая, очень серьезная, наболевшая для многих. Для меня, как вот есть люди профессионального, кто занимался велосипедным спортом, если бы в наше время была бы биомеханика, ну, наверное, многие бы из нас, если бы это было бы секретное направление, могли бы быть не один раз чемпионами мира, а, возможно, даже олимпийскими чемпионами. Потому что биомеханика при одинаковом показателе возможности гонщика, да, дает возможность от 5 до 10% увеличить свои возможности в прохождении той или иной дистанции, как пример говорю. И вот Максим действительно задал тот темп, который нам очень понравился. И, соответственно, мы благодаря совместной нашей работе с Яном решили этот тренинг сегодня провести. Он очень сложный, очень серьезный. Вот. Мы постараемся вам дать всю поверхностную информацию. Еще раз повторюсь, поверхностную информацию, что такое велоспорт и биомеханика в нем. Ну а с вашей стороны мы бы хотели, чтобы было больше вопросов, связанных с данным направлением. Ну и, соответственно, мы постараемся от всей души и возможностью ответить на них. Ян? Да. Первый слайд будет включать в себя максимум информации о современном представлении по биомеханике велоспорта. Да, вы знаете, эта фотография где-то 1860 какого-то года. Вот здесь совершенно все мы с вами вместе собрались, я так называю. Вот тут серьезные велосипеды, серьезный подход, это каски. Заметьте, тогда хотя бы фуражка была уже как бы достижением того, что ты переживаешь за свою голову. Скорости максимальные были где-то километров 12 в час. И при всем при этом на таких скоростях можно спокойно было убиться, и шапка помогала выдержать. Хотя бы, ну, максимум, что могло быть, это трепанация, а дальше уже как выживет. Да, поэтому велоспорт... колеса были вот такие. Да, велоспорт за это время совершил рекордный фактический рывок. Особенно вот в этом направлении, обратите внимание, лысый человек сидит и что-то крутит, да, и крутит серьезно при всем при этом. Обратите внимание, какой целеустремленный взгляд у этого человека, что же он все-таки делает со мной? Он еще не знает, что его ждет впереди. И здесь, как Максим сказал, что, говорит, гонщики выходят впервые на старт, подбирают себе посадку, да, молодыми, и всю жизнь идут с этой посадкой. Но я боюсь, что это миф. И сегодня мы его должны развенчать. Да. Это так, на всякий случай, это главный механик нашей команды «Катюша». Да, это итальянец Бозио. Да, действительно уникальный человек, уникальной души человек. Умнейший человек и благороднейший человек. Ну, наверное, таких жизней людей мало. И он действительно профессионально разбирается в самой механике. Вот так вот происходит процесс установки шипов. Обратите внимание, видите, гонщик меряет угол, понимая о том, что данный угол может ему дать какую-то возможность, там, я не знаю, на какую-то долю секунды в гору сделать какой-то рывок. Вот так вот происходит кустарная работа, правильно ли вообще, одинаково ли стоят шипы. Для чего это делают? Ну, для того, чтобы можно было чувствовать, да, что все-таки у тебя одинаковые ноги, возможно, как вариант. Ну, здесь, видите, здесь настолько высокоточный прибор используется. Скамейка. Во Франции скамейки, они все уникальны. Почти во всех скамейках во Франции, с этой стороны не видно, стоит геометрическая линейка. По большому счету, каждой скамейке, к которой вы подходите, можете поставить свои ботинки, на 100% вы не угадаете в размере. Вот так вот происходит. Это Александр Крестов, Алекс Крестов. Вы знаете, да, наверное, кто смотрит велоспорт, кто следит. Это лучший гонщик-финишер сегодняшнего дня, этой планеты, 2015 года. Капитан команды, наверное, в финишном направлении, на которого работает сейчас вся команда. Человек, можно сказать, вошедший в легенду еще с английской олимпиады. Он бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне
Да, это его только первое начало раскрытия самого как человека. И вот, соответственно, у нас, мне удалось или удается работать с такими людьми, и периодически, когда у них стоит задача сесть более правильно на велосипед, то они вызванивают меня, и я приезжаю в их стойло и занимаюсь тем, что выстраиваем биомеханику. Мы вообще были очень счастливы, да, что Женя присоединился и весь год вел Катюшу. И вы должны понимать, что в профессиональных командах есть специальные периоды, когда люди уделяют огромное внимание посадке. Потому что делать это за день до соревнований нельзя. Да? Это как минимум, я вам скажу, чтобы вам всем было понятно, профессионал биомеханику делает от 3 месяцев, 4 месяцев один раз. Почему это происходит так часто? Потому что в теле человека, гонщика, любого спортсмена, любителя, начинающего, либо уже продолжающего после профессионального вида спорта заниматься человека, происходит постоянное изменение. В чем? Он то худеет, то толстеет, то эластичность мышц увеличивается, ухудшается и так далее. Процесс происходит постоянный. То есть, но особая основная рекомендация, что мы никогда не делаем это за 10-12 дней до стартов, потому что это безумно чревато. Это чревато настолько, что в конце концов гонщик просто может больше никогда не поехать, если ему делать биомеханику перед стартом. Поэтому вот такой процесс происходит, возможно, раз в году, возможно, раз в полгода и так далее. Вот так вот происходит процесс контроля гонщика, когда мы уже выстроили посадку, и со стороны мы наблюдаем картину, как у него положение спины, положение рук, положение седла, соответственно, определенные геометрические действия происходят. Это мы вам показываем настройка посадки велосипедиста, с чего это начинается. То есть, как бы один из самых основных аспектов, да, мы все с вами здесь сидящие, начинаем с того, что начинаем двигать седло, начинаем двигать выносы, начинаем двигать рули, начинаем... Чем-то мы начинаем заниматься с велосипедом, потому что у всех из нас, и у вас в том числе, возникает вопрос, почему-то я сижу так неудобно, мне постоянно натирает что-то сзади, что-то спереди, руки болят, шея, трапеция, колени и так далее. Но главная проблема состоит не в том, что у вас что-то болит, а в том, что вы неправильно все делаете. То есть вся наша жизнь начинается с чего? С земли. Мы туда, правда, возвращаемся, извините за аллегорию небольшую, но тема в том, что если вы не выстроили фундамент, не надо строить крышу. Не надо строить стены, ставить на нее окна. Не надо ее, там, я не знаю, оснащать электронным оборудованием, которое в процессе вам будет не нужно. Оно будет нечетко показывать все ваши данные. Вопрос состоит в том, что мы всегда начинаем с фундамента. И чем качественно выстроен фундамент, тем качественно будут поставлены стены. Соответственно, от стен пойдет все остальное. Поэтому, если мы смотрим, да, как настраиваются шипы, очень важная вещь, когда хотя бы для любителя, человека, которого только начинает заниматься велоспортом, понимать, что если вы неправильно выстроили шип, у вас всегда будут какие-то проблемы сверху и в ногах в том числе. То есть один из факторов, который здесь показывает, да, ось вращения, первая метатарсальная кость, которая, да, внешняя такая, от большого пальца идет, и пятая метатарсальная кость, это вот эта вот внешняя, то шип мы выстраиваем приблизительно в таком порядке, как вот здесь нарисовано, для того, чтобы можно было действительно более-менее правильно ощущать педалирование. То есть мы со своей стороны постарались показать вот этим слайдом, что, ребят, жизнь велосипедиста начинается с его обуви, потому что такое ботинок? Это двигатель вашего автомобиля. Это приблизительно то, что максимально давится на педаль, и передача мощности на педаль позволяет гонщику максимально быстро передвигаться по трассе. Есть ли по этому поводу какие-то вопросы, по которому мы только что показали? По метатарсальным вот этим костям, между первой и пятой, что ли, ставить, получается? Совершенно верно, вы можете поставить именно так, но тут вопрос индивидуальности, нужно просто понимать работу стоп. Я просто показываю слайд, да, еще есть такое понятие, как изучение антропометрии. Это делает профессионал. То, что мы показываем, это поверхностные данные, правильные. Но реально тонкости 99% людям неизвестны. Для того, чтобы они были известны, это надо 1000 человек через себя перебрать. На сегодняшний день у меня, наверное, для меня, я не ставлю рекорды, это 1300 человек, которые прошли через меня, через мои руки. 1300 индивидуальных. И для того, чтобы выстроить правильно правый и левый шип, я изучаю досконально человека, особенно его стопу. И работу его мышц, потому что это очень важно. Но мне вопрос понравился, Женя, одну секундочку я тогда все-таки, да? То есть рентген делать не надо, договариваемся, да? Их легко можно найти, да, это выступающие части в вашей стопе, да? И есть понятие среднего значения для всех в этом мире, да? И вот так среднее значение устроено, что вы можете как раз держать между первой и пятой, да? Угу.
Боже, спасибо. Вот, да, вот чтобы вам было понятно, что такое первое и что такое пятое. Это вот кто-то мне только недавно сказал, это что это твоя нога здесь лежит. Тут фамилия моя написана. Да. Это вот стопа, левая. Левая стопа. Соответственно, что такое метатарзальная кость первая и пятая? Вот большой палец, да? У нас вот здесь вот есть метатарзальная кость. Вот она. Это вот первая, да, а вот это вот пятая. Если мы посмотрим сверху, ну, если на нее одеть облик кожи, да, допустим, то посмотрите на свой ботинок, либо правый, либо левый, и вы увидите. Я не могу вам снять и поднять выше ногу, я не болеет мейстер, но могу показать. Вот это вот первая, а вот это вот младшая, от пальчика маленького назад, пятая. То есть вам нужно понимать, да, что такое первая, а что такое пятая метатарзальная кость. И важный еще здесь элемент вот этот. Он здесь спрятан. Мы его обсуждали как раз, когда говорили про оборудование, да? То есть можно крутить в кроссовках, можно крутить в контактах, да? И здесь очень важно, когда мы говорим о контактах, да, что положение уже во время педалирования поменять не можете, и как раз шип должен быть так установлен, чтобы ось вращения проходила между первым и пятым. Важный и вопрос. Да. Да. Вот уже фрила, имеет 3 лет, если нужно двигаться, двигать шип поближе к пятке. Классная вещь. Увеличивать силу давления частоты, но за счет уменьшения небольшого частоты вращения. Я повторю, чтобы всем было слышно. Вопрос по поводу Библии триатлета, Джо Фрил, автор ее. И вопрос о сдвиге шипа, да, так, чтобы в сторону пятки, чтобы больше подключать, получается, мышцы и менять стиль педалирования, да, то есть, собственно говоря, приложение. И мы об этом поговорим чуть дальше. Если хочешь, можешь сейчас раскрыть момент. Могу сказать поверхностно. Uh-huh. Буквально двухдневное изучение людей, которые занимаются также профессиональным велоспортом, звезды нашего велосипедного бомонда, они именно так и делали. То есть они действительно молодцы. Но у них отрезок езды очень короткий. Они максимум едут 1 километр. Соответственно, мы видим, как у них развиты мышцы нажим. Но когда мы не понимаем, да, что происходит в процессе, почему люди не могут установить какие-то дополнительные возможности в скорости, то мы обращаем внимание на следующее. Почему они жмут, а не тянут? Оказывается, тяговые мышцы не развиты. И мне очень интересно, да, если не развивать тяговые мышцы, насколько нас хватит? То есть насколько ты можешь эти 180 километров качественнее проехать, если ты не развиваешь тяговые мышцы, то есть подтягивающие мышцы. Но мы к этому вопросу вернемся. Да, и что такое шип, поставленный к пятке, так скажем, да, фактически, что на что он влияет и так далее. А сейчас хотели показать, почему именно между первым и пятым, да? Можно секундочку. Когда да. Что касается шоссера, совсем не успеет, если, допустим, МТБ к пятке двигатель. Это касается и шоссера, это касается МТБ, кроме BMX. И даунхилла, да, мы не берем эти позиции. Мы берем позиции как кросс-кантри, как роуд, да, и берем позиции как трек, как пример говорю. То есть там есть особенности свои, как в МТБ, они совершенно немного отличаются от шоссе и от трека. Здесь мы видим область, основную давление, да, куда она приходится, и, соответственно, более эффективно идет передача. То есть это изучение сразу вам показывают. То, что поставлены были электронные компьютерные такие стельки, да, где мы обращаем внимание периодически, правда, редко бывает, но в том, что мы обращаем внимание, как давит нога, в каком положении, правая и левая, вот, соответственно, показывают этим, чем больше желтого, тем, соответственно, давление больше. И про эту область, Женина любимая. Да, это инструмент научного познания. Да, очень серьезная область, вернее, область стопы. Что здесь показывают? Здесь показывают разные позиции вашей стопы. Есть как высокий свод, да, называется гиперпронация, есть средний свод, есть просто называемая плоскостопие. Да, то есть, по этому поводу мы всегда обращаем внимание на то, как человек, вернее, как человек себя чувствует внутри наших ботинок. Что такое ботинок? Я как пример покажу. Это... Нет, там все нормально. Это был когда-то ботинок, да, сейчас это уже не ботинок, специально вот так вот. Но это летний вариант. Это летний вариант, да, его можно привязать как они называются у балерин? Пуанки. Балетки? А я был... Пуанки. Как? Пуанки. Пуанты. Это пуанты уже. Так вот, вопрос состоит в том, что вот тут показывают информацию, вот эта информация для профессионалов, людей, которые занимаются биомеханикой,
показывают следующую вещь, что на обращаю внимание на вот это, да, я понимаю на то, как внутри этого ботинка велосипедного туфля работает нога. То есть здесь мне показано, да, что здесь достаточно очень высокий свод. Уровень свода, можно сказать, второй, да, то есть двойка, если мы немножко напряжемся, то увидим более-менее похожие на стопы голубым цветом. Свет очень яркий, поэтому плохо видно. И, соответственно, здесь достаточно высокая метатарсальная вот эта подушка, и получается, что внутри ботинка у вас некий коллапс происходит. То есть тут вопрос состоит в дальнейшем, мы его вам покажем в процессе слайда. Мы просто показываем, что мы этим пользуемся. И один из новейших практик разработанных, ну то есть вещей, механических вещей, переносных и гораздо более удобных. Сейчас я покажу. Мы тоже подготовили, чтобы вы увидели. Это вот, вот такая штука. Видите, да? Это вот такая штука. Она мне показывает, помимо того, какая длина у вас ноги, если вы обратите внимание, да, тут сантиметры, то есть размер ботинка, она мне показывает ширину вашего ботинка. И, как правило, когда я обращаю на это внимание вещь, то это мне говорит о том, насколько эффективность вашего педалирования может быть в том или ином ботинке. Правильно ли вы подобрали себе туфли, да? Соответственно, иногда мне это показывает, что правая и левая ноги отличаются в 2-3 мм, 4 мм от той или иной ноги. И эффект педалирования, когда мы возвращаемся с вами к педалям и как настраиваются шипы, он может кардинально измениться, если внутри наших ботинок, неправильно подобранные ботинки, соответственно, внутри наших ботинок стопа с одной стороны будет меньше. То есть эта информация дает мне обратную связь. Более того, если вы обратите внимание на сантиметры, эта информация мне также дает, где находится и в каких сантиметрах пятая и первая метатарсальная кость. Если я правильно понимаете. То есть это очень интересная штука, и, соответственно, здесь же показывают, если вы вот обратите внимание, мои пальцы, уровень вашего свода. То есть, еще раз говорю, биомеханика и контроль биомеханики вот просто обычному человеку, она дана поверхностно. Но чтобы вот ее четко, конкретно самому сделать, я сам себе не могу такое вот сам произвести. Итак, мы поговорили о том, что у нас есть стопа, о том, что она является, да, основной рабочей поверхностью ее. Но поднимаемся потихонечку немножко выше, да? Ну, у разных людей встречаются разные ситуации. Здесь вы видите, да, и пронации бывают выраженные, и супинации. Бывает, что разные длины ног, да, и это тоже накладывает очень серьезный отпечаток на фундамент наш. И 87% населения, да, у них выражен очень варус есть. Это наклон, получается, стопы, видите, да, с приподнятой внутренней частью, с большим пальцем. Да. Варус. Да, да, да. Просто варус – это внешняя часть, да, когда вы ходите, мы все 87% людей, движение стопы делает с внешней части, получается, нашей стопы во внутреннюю. То есть каждый шаг, который мы проделываем вот таким образом. И это мы обязательно учитываем в момент, когда мы делаем биомеханику. Очень важный процесс. Это, еще раз говорю, не обращая на этот процесс внимания, настроив шипы, вы не получите тот колоссальный, скажем, эффект в движении своем, в тот комфорт, который мы будем дальше проходить и вам объяснять. 9% людей имеют обратный наклон, да, еще более нетипичную ситуацию. И вопрос, сколько процентов у нас с обычной стопой? Успел кто-то посчитать? 4. Точно. Всего 4% могут, да, поигрывая костяшками, вот так вот радоваться, что у них прямая идет передача. Что же мы делаем, да, в случае, если происходит такая ситуация? Если не компенсировать ее, начинаются паразитные движения в колене, да? Во время педалирования, как Женя показал, вот эти все вещи, да, они демпфируют, и у вас происходит смещение в колене. Есть специальная технология, которая позволяет компенсировать эти движения, да, путем проставок, путем специализированных стелек. И вот еще раз, если Женя покажет специализированное, да, в чем специализированность этой даже конкретно модели обуви. Это, у нее есть специальное утолщение. Единственная компания в мире, которая, в принципе, запатентовала свою технологию, я не буду говорить об этом бренде, да, те, кому это нужно будет, может подойти как бы индивидуально. Но вопрос состоит в том, что, обращая внимание на то, что 87% людей ходят с внешней части стопы и переворачиваются внутрь, данная компания обратила на это внимание и запатентовала технологию, тем самым увеличив на 1,5 миллиметра внутренний свод.
и сделав свой туфель велосипедный намного удобней, чем что-либо, которое на сегодняшний день на нашем рынке продается. Но биомеханика, когда вы приходите к нам, мы делаем максимально точно так же с любой обувью, обращая на это внимание, есть ли у человека такая пронация, либо супинация. И таким образом вот эти вот позиции, поверьте мне, индивидуально не делайте это, если не хотите для себя обрести проблему. Лучше обратиться, еще раз говорю, хотя бы тому человеку, кто хоть что-то в этом понимает. Но обычному человеку с улицы, который вам может сказать, да это я все делаю, сейчас это я сделаю, поверьте мне, это может привести необратимым процессом, который в процессе может только, так скажем, да, доктор исправить. То есть вопрос состоит в том, что вот таким образом мы восстанавливаем тот комфорт, который, в принципе, должен быть в каждых туфлях. Если вы здесь обратите внимание, вот внизу сам слайда, то вот эти вставки, вот они имеют как раз разную толщину на внутренней и на внешней поверхности. И вот эти микро, как раз небольшие различия, да, в порядке там, в зависимости от типа стельки, и позволяют как раз компенсировать паразитные движения и заставить колено двигаться прямо, да, как поршень в машине. Получается, ваш двигатель уже не будет сбоить и проблем. А вот есть стельки, бегуны там часто используют, как раз которые выравнивают горизонт у стопы и плюс дают 100% контакт. То есть они нигде не висят, она везде касается... Это в беге? Да. В беге, да, свободно. То есть, такие профессиональные, достаточно популярные стельки, они мягкие, то есть они не зажимают ничего, и при этом они в велосипеде тоже актуальны или нет? Нет, я скажу, что они в велосипеде не актуальны. Если мы подойдем к вопросу профессиональных стелек, профессиональных велосипедных стелек, все, что связано с бегом, кардинально разное. Если было бы все хорошо, мы бы в кроссовках бы ездили. Но у нас, к сожалению, большому удовлетворению стоит карбоновая подошва. Если, соответственно, было бы все хорошо со стельками беговыми, мы бы беговые стельки применяли бы для велоспорта и тем самым доказывали, что какая разница. Весь спорт одинаков, есть некая догма. Догмы, оказывается, нет. Как мы все индивидуальны. Я имею в виду цель стелек в велоспорте. Какая? Выровнять положение колена и сделать его... Да, раз. Это раз. Цель стелек – это выровнять положение колена, это раз. Соответственно, максимально минимизировать процесс, связанный с каким-то минимальным гашением, да, тем самым уменьшить травмоопасность, то есть увеличить, соответственно, тягу на педаль. Второй момент, да, увеличить максимальное давление на всю стопу. Да, это такое же примерно, как в беге, но материалы беговые кардинально не подходят для езды на велосипеде. Соответственно, если мы обратим внимание на то, какая должна быть стелька, как пример покажу сейчас, это обычная стелька, я не буду переворачивать внутреннюю часть, да, я буду показывать внешнюю. Не буду. Там бренд нарисованный, да, я не хочу это показывать. Мы, соответственно, хотим что показать? Она совершенно отличается от беговой, она достаточно очень жесткая. А обратите внимание, да, вот такой гасящий карбоновый кусок. Да, примерно все правильно. В лыжных ботинках похоже, но в лыжах немножко все по-другому. Соответственно, в чем суть, что у профессиональной стельки, если мы берем профессиональную стельку, вот гиперпрофессиональная, это кастомная стелька называемая, да, у нее практически полностью весь из карбона сделанный. Но он сделанный с учетом всей анатомии его стопы, с максимальными элементами. Почему? Потому что у них доли секунды, либо когда они делают максимальные резкие рывки, очень сильно зависит. И если есть небольшое гашение внутри ботинка, то профессионал это делает неэффективно. Если в бег мы применим такие же стельки, бегун через 100 метров скажет, я бегать не могу, потому что у меня финиш. Зубы развалятся, скажем. Жестковато что-то идет. Это будет просто, знаешь, как сказать, червячок в конце. Я просто объясню, почему я показал это, что это такое, когда это в России появится. Я имею в виду в профессиональной, именно в спортивном направлении, где будут делать кастом. Здесь также у нас есть второй способ, да, по компенсации подобных явлений. Это когда мы можем, видите, вставить клин, да, специализированный, уже даже не внутрь ботинка, не в стельку, да, а между шипом и, собственно, велотуфлей. Пожалуйста, не повторяйте это. Я еще раз повторюсь для тех, кто, может быть, не услышал меня. Не повторяйте это. Это может являться действительно проблемой. Проблема состоит в следующем. Да? Почему такое происходит?
Когда мы видим, что у человека либо гиперпронация, либо, ну, то есть либо варус очень сильный, либо вальгус очень сильный, да, и в процессе того, чтобы максимально можно было бы настроить колено именно в таком положении, да, еще попробуйте так настроить колено. Небольшое защемление в правую и левую сторону может реально являться проблемой. Мышелки внешние либо внутренние, это как пример говорю, могут пострадать очень сильно. Но когда мы профессионально подходим к вопросу, и человеку нужен сумасшедший результат, и мы понимаем, да, что это необходимо, и мы действительно максимально настроены на то, чтобы колено передавало максимальную мощность, то мы приходим к тому, что мы подставляем и делаем вот такого уровня стельки. Обратите внимание, стелька с одной стороны она нулевая, а с другой стороны она утолщенная на 1-1,5 мм. За один час велосипедист в среднем делает, ну, там порядка больше 5000, да, 5600 оборотов. И как вы думаете, какой километраж, если мы говорим про профессиональных, да, шоссейных, профессиональные шоссейные команды за год накатывают? 30-50, а машина ваша сколько накатывает? За год. Вот здесь есть человек, который знает, будьте добры. Иногда и стольник. Стольник это круто, да. Это надо по всему миру крутить. В принципе, неплохо. Сейчас мы узнаем, сколько Рома накатывает. Я немного накатываю, я же не профессионал. 1025 где-то так вот. Будучи любителями, в детьми. Год у меня на роликах порядка 9000 где-то было. Ну, ребят, я пример скажу. Когда мне было 18 лет, я ездил, у меня в среднем 16-18, я в год накатывал 30000 километров. Да, когда я сейчас беру статистику профессионалов, а мы с Яном часто имеем доступ к телу, так скажем, да, то мы видим следующую картину, что профессионал в среднем в год накатывает 50 и более тысяч километров. Как вы думаете, как часто профессионал, вот 365 дней в году, как часто профессионал участвует в соревнованиях? 9 месяцев в году. Я имею в виду, какой, вот 365 дней в году. Сколько дней, как вы, на ваш взгляд, профессионал участвует на соревнованиях? 80 дней. 80 дней. У кого есть еще какие-то, возможно, данные, возможности? Одна треть. То есть это 100. Это 100, 110, да, примерно? 120, плюс-минус. Пару недель. Супер, футболисты. Я, если нет ни у кого никаких версий, хотелось бы, конечно, от вас у всех услышать какую-то информацию. Приблизительно где-то, примерно половина, 130-140 дней в году гонщик каждый третий день участвует в соревнованиях. Каждый третий день. И он, соответственно, в течение всего года на соревнованиях проезжает от 18 до 25 тысяч километров. Конечно, самый большой набор – это гран-туры. Это Giro d'Italia, это Tour de France и это Vuelta. Правильно, Ян? Да. Спасибо. Проехать все три гран-тура. И вот типа. А бывают такие, которые да. За сезон? Да. У господина Тинькова идея фикс, что его люди должны, топовые, проехать все три гран-тура. Он как говорит, я плачу и сказал, заказываю музыку. Но его, я уж тогда будем правильно, его идея в том, чтобы все топовые гонщики, топ-4, проехали все три гран-тура. То есть Виггинс тоже. И он готов каждому был заплатить довольно хорошую сумму. Да? Да, но, видать, она была недостаточно высока. Да. Но реклама сработала. Итак, мы потихонечку поднимаемся вверх, да? Ноги наши соединяются, и в этом месте, где они соединяются, значит, все любят измерять длину ноги. Да? И у многих, у большинства, кто впервые подходит к велосипеду, встает вопрос, а какую же высоту седла мне надо поставить? Да? И вот кто какие варианты использует, мне бы хотелось услышать. Я думаю, сейчас мы услышим, по крайней мере, три самых распространенных. Я знаю такой метод, типа садишься и пятки достаешь в нижнем положении педали. Это подбор седла, я правильно понимаю? Да, да. Это подбор седла. Да, а вопрос? Подбор седла. Высоты седла. Высоты седла. Высоты, да. Колено. Фиг его знает. Так, примерно. Такой тоже, да, вариант подходит. Да, конечно. Чтобы, по крайней мере, под нагрузкой не было распрямления полного ноги. Без полного распрямления, так, принято. Ага, 90. Ага. То есть, как я исключительно... Верхнюю точку обсуждаем. Ага.
Не, три версии тебе сказали, три версии. Те, которые, в принципе, почти все одинаковые, правильные, да, так скажем, да, и, в принципе, это одна из самых главных вещей, когда вы не знаете, к кому обратиться, и реально не знаете, что сделать для того, чтобы правильно выставить седло. По-честному скажу, вот не скрывая ничего, в Италию захожу в любой центр, прям большими буквами написано, просто подбор седла. 35 евро. Для меня это, конечно, уникальные цифры. Я всегда захожу и смотрю, 35 евро подбор седла. Хорошо. Человек подобрал седло. Если хотите, чтобы мы и вам его выставили, не вопрос. От 15 до 25 от сложности этого человека. Это только выставление седла по высоте. Я всегда хлопаю в ладоши, наверное, это оправдывает ситуацию. Я задаю вопрос года 4 тому назад, а что ж так дорого? У нас, говорю, бесплатно можно выставить. Что, пяточкой достал и красиво. А, Евгений, мне жмут руку. Вы, видно, очень серьезный человек, стронг мужчина. Я говорю, да нет, почему? Я нормально велосипедом занимался. Вы же меня знаете, я же когда-то там что-то, мы с вами что-то делали. Помним, помним. На вопрос, на что это влияет? Как вы считаете, если вы выставили седло, начали ехать, но его выставили неправильно по высоте? Да все, чего угодно. На что влияет? Например, забьешь, мысль там, растянешь, сухожилие. Вариант. Потом хромать. Мощность, да. Правильная версия только что была. Одна из правильных версий, действительно. Давай, давай. Все, что связано с болями. Желающий есть. Стул заболит. Правильно. Про это у нас следующий слайд. Ребят, действительно, неправильная высота седла. Мы про подбор седла еще не говорим. Ну и, соответственно, еще забьется бедовой, если стул слишком низко. Неправильная высота седла очень сильно влияет на компрессию колен. Будьте добры, дайте колено, пожалуйста. Я... Не вопрос. Свое не отдам. Снимай, бежите. Так вот, это колено, ребят. И когда вы находитесь не в том положении, в котором должно быть ваше седло по высоте, представляете, да, вот когда, вот я показываю это просто на самом колене. Колено у вас находится примерно вот в таком положении, максимально разогнуто. Что происходит с вашим коленом? Происходит некое компрессионное давление. То есть вы постоянно долбите, получается, отдача от ваших педалей к вашему седлу на педаль. И вот эта компрессионная часть, она просто разбивает ваше колено. И чем больше вы так сидите, тем, соответственно, правильно сказал Рома, да, у вас забивается очень быстро икроножное и, соответственно, верхнее бедро. Фактически это приводит к тому, что очень быстро закисляетесь. Хотя, честно сказать, можно посмотреть на многих профессионалов и сказать, да посмотри, он на табуретке сидит и крутит педали нормально, он 280 километров пробегает и еще до финиша каким-то образом пытается доехать, финишнуть. Мы же просто не знаем, как он так проезжает и так далее. Но он, извините, каждый день ездит по 8 часов. С одной стороны, он привык. И как бы его привычку перебить. Так вот, это действительно проблема. Когда мы уходим из велоспорта, тогда у нас возникают проблемы, когда мы начинаем хотя бы просто ходить. У нас уже разрушение колена произошло из-за той компрессии, которая есть. Вот. Это вот если вы неправильно подобрали саму высоту седла. Неправильно сделали. Но то, что здесь было сказано, как его поставить и, соответственно, сделать первый шаг по высоте, это действительно правильно. Пяточкой. Соответственно, поднять колено, посмотреть по высоте бедра и так далее. И вариант, который мне бы хотелось для вас тоже озвучить, да, это необходимо измерить, получается, от точки, да, паха до стопы расстояние и умножить его на 1,09, да. Это исследование, которое было еще в 67 году проведено на довольно большом количестве велосипедистов. И здесь цифра, да, учитывающая длину шатуна. Обычную, там 175. Если же вы хотите не учитывать длину шатуна, то надо умножать на 0,8885. Значит, здесь вы, ну, видите, простой тут способ калькуляции. Значит, для женщины рекомендуется 106%, и для мужчин, обладающих колоссальной гибкостью, в верхнем и среднем отделе позвоночника, достаточно 108%. Да? То есть вы чувствуете эту разницу? 1%, да? Это то, о чем мы сейчас пытаемся говорить, что малейшие изменения, да, а велосипедисты высокого класса чувствуют доли даже миллиметров уже высоты седла, могут внести довольно существенный вклад. Середина седла. Вот где самый, вы сидите? Самый простой способ измерения, это вы должны подойти к стене, книгу взять, да, и поднять ее максимально высоко, пока не упрется, да, а затем померить, на какой высоте, собственно, была эта книга. Берите книгу потолще. А высоту от центра вниз или по сиденью вперед? Не, вы должны провести прямую, да, от высоты, да, горизонтали седла
до, получается, да? Да. Да, а вот горизонталь. Если вы меряете... Это странно, вот если обычно, если... Да, если вы меряете, вот. Если вы меряете, давайте вот так вот поставим, можно, да, наверх? Ну, ничего. Мы сидим, блин, ой, извините. Хорошо, ладно, я покажу вот так. Давай я буду. Да. Я с этой стороны, покажешь. Можно с этой стороны? Да, уже стоять, колени упали. Так вот, вопрос состоит в том, что когда вы меряете высоту седла, вот центр каретки, это нулевая зона велосипеда, ребят. Соответственно, вот это верх седла. Вы берете метр, да? Ровное вот это расстояние приблизительно, здесь где-то около 5 сантиметров от подседельной трубы и подседельного штыря, вы проводите метром четко, конкретно, и не прислоняете его к седлу, а на этих 5 же сантиметрах смотрите, чтобы была поверхность. Вы можете положить линейку сверху, можно уровень поставить, чтобы определить высоту точно. Но ни в коем случае не прилагать вот так вот, да, потому что когда вы подтягиваете сюда близко, получается ваш метр, вы увеличиваете расстояние. Все. Можете даже телефон свой положить, и в принципе на нем бывает уровень. Правда, я не знаю, что с вашим потом станет. Мой немножко модифицировался после этого. Да, Ян очень часто меряет высоту седла, потому что у него ежедневно приходит примерно 5-7 человек, которые проходят тесты, и, соответственно, этот телефон не выдержал. Он его ставит и поднимает вверх, опа, понимает, что это высота человека, сажает его на тест. Еще раз, да, мы фиксируем, значит, да, что у нас есть четко, мы проговорили вариант по установке седла, да, но еще раз, это высота седла от середины каретки. Итак, мы хотим проговорить немножко, да, и Женя сказал скользко, да, по поводу мышц, которые участвуют в педалировании, чтобы вы понимали, что они включаются в определенные фазы, да. Мы хотим поговорить с вами о том, что высота седла, да, вот она, допустим, да, меняется совершенно, да, по приложению мощности, да, она может ее прибавлять, она может ее сбавлять в зависимости от того, да, находимся мы ниже оптимальной точки или выше оптимальной точки. Да. Здесь вы видите вот эти вот волшебные цифры, о которых мы будем еще тоже то подробно есть, говорить. Вот эта диаграмма, да, показывает о том, что, посмотрите, да, правильно подбор подходит седла. Вот он правильно идет по точкам. Он, получается, мы находим самое идеальное положение высоты. Да? Если мы на этом не останавливаемся, а идем куда-то дальше, то происходит некий, как скажем, некое падение, то есть опять-таки, да, ухудшается. То есть есть некая золотая середина, но, а еще раз повторюсь, это не догма. Она измеряется исключительно, если вы помните прошедший слайд, от растяжки ваших определенных мышц. А что по оси Y? Что? Это прибавка в мощности от исходной точки. То есть здесь прибавка основная там порядка 104 на 4%. То есть еще раз заострю ваше внимание, что положение седла просто, знаете, вот так вот, что оно должно так стоять, невозможно определить. Это зависит от ваших индивидуально мышц. Все от ваших мышц, потому что мы можем все быть 1,80 м. У нас, извините, до центра каваллу может быть приблизительно 83 сантиметра. Да, итальянцы говорят каваллу. Соответственно, 83 сантиметра. И вопрос состоит в том, что выставить седло одинаково нереально, потому что это будет неправильно. И, как мы говорили в предыдущей лекции, да, если вы хотите выглядеть стильно, то во время триатлона вам нужны диски, да, вместо обычных колес, аэрошлем. Да. А любой биомеханик, да, если он профессионал, использует вот такой вот страшный прибор. ASICS-пакет? Смотри, этот бренд он смело называет. Здесь же пробег сел. Это, помните, да, обычная антенна, она, как скажем, да, вот телевизор Sony. Это обычная антенна телевизора Sony, применима, в принципе, в наших кустарных работах. Да, но это действительно гониометрический ключ, он позволяет полностью проверить, что такое гониометрический ключ, кто знает. Гониометрический, да. Вопрос состоит в том, что гониометрическим в медицине геометрическими ключами, да, приборами, так скажем, вымеряют растяжку всех наших кусков, ну, частей тела, начиная от пальца, да, заканчивая, соответственно, всем телом. И чтобы вам было понятно, да, когда мы, как пример говорю, гониометрические ключи я не взял с собой. У меня есть вот до такой степени маленький. Что он мне дает? Когда я высаживаю гонщика на тайм-триальный велосипед, он мне дает показывать, какая кисть как гнется, в каком положении. Соответственно, от этого зависит его руль.
Ну, в принципе, для многих из нас это непонятно. Какого хрена, извините за выражение, какой руль у нас должен стоять? Ну и что, что у нас такой руль стоит, ну и он у нее так достался. А не тут-то было. Когда мы преодолеваем дистанцию 50-60 километров и начинаем дергать, потому что у нас начинает онемение, да, либо от какой-то отек неприятный, то гонеометрический ключ мне показывает, насколько какой руль к нему подходит. Он такой маленький, и, соответственно, я выбираю положение руля, положение обхвата, чтобы было максимально удобно. Данный гониометр позволяет точно определить угол, при котором происходит полное разгибание колена, да, и подбирать оптимальный. Здесь мы видим наиболее распространенные диапазоны, да, для разных углов в суставе. Видите, в голеностопном от 15 до 30, да, в колене там 35-40, соответственно, в бедре 55-70 и для локтевого сустава 150-160. Еще раз скажу, да, что это средние значения, при использовании которых вероятность, да, каких-то минимизирована, да, но есть понимание индивидуальности. Среднетуристические значения, да, скажем по-другому. И, соответственно, чтобы вы понимали, да, здесь еще раз по положению, да, высоты седла, да, по положению нашего колена, это получается медиальное латеральное его движение, да, то есть здесь вот 100% исходный был уровень высоты седла, да. Если как только мы опускаем седло вниз, то, что вот Женя говорил, да, начинаются у нас, видите, какие паразитные движения, да, в сторону, допустим, внешнего колена. Как только мы его завышаем, у нас эти движения совсем нивелируются, уходят в нужный момент. И здесь по поводу постановки уже, собственно говоря, да, длины седла, да, и как к одной из точек высоты седла. Да, а очень важная вещь такая, знаете, когда мне многие говорят, примерно около, наверное, за все это время, ну, примерно, не буду говорить, сколько людей, колоссальное количество, звонят, пишут и, соответственно, приезжают и говорят, мы хотим купить седло, нам не нужна биомеханика, вот прям истерика начинается. Я говорю, конечно, конечно, вы что, у меня седла не продаются, есть специализированный магазин, идите купите там. Там невозможно, нам седла там продают, но мы садимся на них, тратим деньги, не знаем, как на них сесть. Замечательно, вы хотите еще раз потратить? Да. Вот, пожалуйста, вам седло, какой размер вы хотите? Они говорят, размер, мы начинаем мерить, покупают седло и уходят. Уходят, через месяц приходят и говорят, что вы нам продали, я сесть на седла не смогла или не смог. Я говорю, что как вы не смогли? Ну так вот, у меня все болит, все то же самое, да, все так же натирается, ну хотя оно широкое. Я говорю, ну я вам жму руку, вы же попросили просто купить. Ну да, конечно, вот как бы на этом и возникает вопрос. Приобретая седло, как один из вариантов, правильно выставив седло, его еще нужно научиться и уметь. Еще раз повторюсь, я сам себе не могу это сделать. Но если кто-то из вас уникален и готов на протяжении 10 лет пытаться каждый миллиметр туда и сюда отбить, то, в принципе, по большому счету нет проблем. Тут, соответственно, показывает, да, как вот неправильно, соответственно, с какого места нужно мерить, каким образом при выставлении седла его длины в положении велосипеда вперед и назад. Соответственно, есть вариант номер один и есть вариант номер два. Какой, как вы считаете, правильный? Левый от вас, если я правильно понимаю. Правый кто-то сказал. Давайте так, да? Просто скажу. Кто за левый? Просто поднимите руку. Раз, два, всего два. Три, четыре. А кто за правый? Я считаю, что все должны за правый поднять. Ян, скажи, пожалуйста, какой правильный? Пусть это останется тайной, Женя. Нет, я скажу правильный вот. Левый. Правильный левый. Ну, пускай будет по-вашему правый. Но левый в любом случае, да. Тут носки черные. Обязательно. Тут вопрос, ребят, еще состоит угол. Обратите внимание, велотуфлей. Постановки велотуфлей. Да, у каждого велотуфля есть определенный, как скажем, как это называется? Ну, пусть будет высота. Высота. Мне не жалко. От горизонта. Да, горизонта. Соответственно, здесь показывают, что велотуфли все разные. Каждый производитель делает по-своему велотуфли. Если мы берем велотуфли, в которых ездишь ты, у них, соответственно, пяточка больше сделана. Если мы берем другого производителя, у них пятка может быть загнута больше вверх. Таким образом, каждый велотуфель имеет свое уникальное положение, но его нужно понимать и рассчитывать. Ян, у тебя кейс. А это потом. Получается положение седла, да? Вот, регулировка положения вперед-назад седла. Да, и здесь, собственно говоря, линию на картинку легко наложить, да, а в жизни нужно использовать ниточку. Да, отвес. Да, просто отвес. Да, но я правильно, а правый не так. Хорошо, вопрос. Почему я правильно, а правый не так?
Я вам скажу, сделали количество, я не знаю, это бесконечное, конечно, опытов, да, и, соответственно, есть определенные испытания. Как вы считаете, как испытывают вот эти вещи в жизни? Вот вы задали вопрос, какое, почему вот это правильно, а это неправильно? Правильно, совершенно верно. Есть определенные испытания. А, это связано с тем, что на нас одевают определенный датчик, называется пульсометр. Есть определенные помещения, где, в принципе, одинаково везде по ветру. И человек в этом интервале, да, 3 километра, либо 5 километров, едет с определенными ударами сердца. Замеряется количество километров и видится динамика. Да, это один из вариантов. Второй вариант, это когда человек работает в интервале рваной работы, постоянно садится и падает, да. На его седло одевают определенную, как скажем, да, там, ну, как это называется? Мы покажем ее дальше. Да, штучку, матрица, которая матрица конкретно обращает внимание, как человек в рваной посадке встает, финиширует, садится, финиширует, насколько он точно попадает на то место, где ему необходимо быть седалищными костями. И таким образом дается обратная связь, что правильно, а что неправильно. Примерно вот так вот и происходит процесс. А если... Поэтому этот процесс был именно создан таким образом. Взяли 1000 человек, и 90% людей показало, что они максимально точно и четко при рваной работе, постоянно, на протяжении 10 дней, именно садятся в таком положении на седло гораздо увереннее и чувствуют себя гораздо комфортнее и безопаснее. То есть... Куда линия так пускается на левом рисунке? То есть при горизонтальном положении шатунов, да, так понимаю? Да. А куда пускается? Вниз. Нет, по отношению шатуна. То есть колец ноги и колец шатуна. Колено и шатун. Край шатуна. Вот он. То есть не ось вращения, а носка. Вот, смотрите, вот так выставляется ботинок, вот край шатуна. Вот таким образом он должен. Вот край шатуна. Вот. Извините, да, могу только вот еще на велосипеде показать еще раз. Вот. Вот. А там носок ботинка нарисован. Можно изнутри, конечно, если колесо. Там с другой стороны колесо будет нарисовано. Но мы таким образом просто будем подходить туда-сюда. Позиция же не постоянная. Я могу на себе сдвинуться чуть назад, у меня уже колено ушло сюда. Чуть вперед перенес колено. Я повторюсь еще раз. Обратно вернемся. В зависимости от того, что... Зависимость рваной работы происходит постоянно. Вы можете как хотите на седле работать. Да, но вопрос состоит в том, что 90-85% времени вы будете находиться именно в правильном положении своих седалищных бугров. Из-за этого вот именно это положение принято как самое основное. Это как самое основное. То есть базовое это не ось вращения педали, а именно край шатуна. Совершенно верно. Потому что, как правило, связывается с осью. Совершенно верно. А уверен, что тогда левая картинка правильная? Да. Там просто шатун, конечно, я не могу понять, какой там шатун. Вопрос состоит, видите, он не перед носком, а в центре, возле носка. Ну, грубо говоря, вот здесь, в этом положении. Нет, здесь же нет. Если разбираться, шатун кончается вот здесь. Да. Так вот на правой картинке. Педаль не может быть. Ну, вопрос состоит в том, что, да, если мы еще раз повторюсь, от колена делаем отвес, смотрим, то я еще раз повторюсь, чтобы было правильно и понятно, то только вот когда, но при этом велосипед должен идеально ровно стоять. Вот этот край шатуна. То есть он должен проходить и легко касаться. Итак, еще раз возвращаемся к вопросу о том, что же мы видим в книгах и способно ли оно нам помочь. Еще раз к вопросу о том, что ко всему нужно подходить индивидуально, да, и, соответственно, есть возможность, да, и если вы, еще раз говорю, хотите выглядеть правильным биомехаником, да, и действительно высокотехнологично работать, то второй инструмент после гониометра – это отвес. Да? Уже не, по-моему, с бриллиантами даже. Возможно. Итак, следующий момент – это есть такое слово страшное – Q-фактор называется. И у кого есть какое мнение, на что влияет Q-фактор? И что это такое? Это отклонение от центра. Да. Совершенно верно. А на что влияет отклонение от центра? Не, давай скажем, да, все-таки, что Q-фактор это расстояние, да, между осями вращения, да, вот у вас. Да. От центра каретки расстояние между ног. Это называется Q-фактор, да, соотношение Q-фактора. Вы обратите внимание, здесь есть масса вариантов педалей спидплеевских, да, у которых Q-фактор увеличенный и самый короткий, маленький. Соответственно, правильное выставление положения ног от центра каретки позволяет велосипедисту
получить эффект до 4% мощности. То есть человек может себе прибавить дополнительно на 4% мощности больше, чем он может выдать со своей личной подготовкой при правильном определении и выставлении ног на педалях. А здесь вы видите... Это шипом регулируется, по факту. В спидплее тоже шипом. Но и ось, спидплей да. Просто сделал их еще и осью. Здесь, соответственно, во всех, да. Вы видите, как крайний совсем случай, да, когда настолько стопа развернута, что ботинок стирается просто фактически о шатун. Да? И к вопросу о том, насколько это будет эффективно, вот здесь применялся, да, различные варианты Q-фактора. И в процентах отражается стабильность работы колена, да, и механическая эффективность работы. Да. И здесь 142 мм они применяли, да, потом начинали двигаться в сторону увеличения, минус, пробовали плюс, и в любом случае получали, да, снижение, соответственно, по стабильности колена и снижение по механической эффективности выполняемой работы. То есть это тоже параметр, который индивидуально подбирается, и он может носить существенный вклад в работу, как сказал Женя. Да, и если, допустим, мы берем лук и мы берем, допустим, Shimano, там есть специальные переходники, и, соответственно, эти переходники специально заказываются под определенных людей. Бывает такое, в моей жизни таких было людей, 4 человека, которым я индивидуально заказывал вот эти боночки называемые, да, с увеличением Q-фактора. То есть они не имели возможности мощно крутить педали, но ноги у них были вот так вот разведены внутрь, пятками. И фактически при каждом обороте они максимально касались шатуна, а то иной раз касались рамы нижнего пера велосипеда. И мы были вынуждены заказывать вот эти переходники. И могу вам сказать, этот человек в прошлом году стал чемпионом мира. В триатлоне среди паралимпийцев. Ну, такие вещи бывают и у обычных людей, но для меня это 4 человека, которых в жизни я вот через себя провел. И у этого человека действительно стоит вот это увеличение шатуна, вернее, увеличение педали. И в прошлом году среди паралимпийцев он стал чемпионом мира. Впервые за всю историю среди русских. Итак, потихонечку мы поднялись, да, от самого низа, от стоп, к, собственно, то, на чем мы сидим. Да? И здесь, как Женя вот до этого тоже говорил, да, есть способы регистрации распределения давления на седле, да, во время прям педалирования. Да. Есть понимание в анатомии по прохождению сосудов и нервов, которые питают, да, органы малого таза. И здесь есть ряд важных моментов, на которые мы хотели бы обратить внимание. Да. Здесь вот видео, это семинар, да, Specialized, в котором они как раз записывают пульсоксиметрию, да, одного из репродуктивных органов человека. И здесь вы видите, показан, да, кровоток в процентах от исходного уровня, когда мы педалируем, да, то есть если мы используем обычное седло, то кровоток может снижаться до 18% от исходного уровня, да, ну, понятно, что он напрямую будет зависеть от наклона туловища. Здесь анатомические варианты седел, да, видите, с более удлиненным провалом, с более укороченным, и здесь вы видите, кровоток существенно по отношению, да, к обычному седлу отличается, и вот в таком варианте он даже уже, да, приближается к исходному. Здесь вы видите как раз диаграмму распределения давления, да, близкую вот к этим седлам, и где приходится максимум давления, да, в обычных седлах и вот уже в анатомических, да, с разной конфигурацией. Здесь также вариант запись кровотока, да, уже при педалировании. И, собственно, вот посмотрите, вертикальная позиция, да, и кровоток, видите, составляет порядка 100 там, да, в анатомических седлах, вот порядка 60 в обычных. И при смещении в аэродинамическую посадку. Да? Кровоток может снижаться, опять же, вот как еще мы говорили, там до 18%, да, и ниже даже, до там, 5%. Да? С анатомическими седлами столь существенного падения кровотока не видно. Да? И для мужчин это вообще будет очень значимо. Да? И следующий слайд по поводу женщин тоже, да, хотел сказать, что здесь проходят нервные пучки, да, и также, вот видите,
в случае, если седло не учитывает анатомию, да, и особенно в случае, если, как мы до этого говорили, высота седла подобрана неправильно, то, конечно, все расстройства, которые и дискомфорты вызывают, это было бы уже не в удовольствие, да, и вот специально подобранные анатомические седла, учитывающие особенность женского, строения женского таза, да, и правильный подбор высоты седла позволяет, конечно, по-новому совершенно взглянуть на комфорт при езде. Настройка посадки велосипедиста, да, как бы к этому вернемся еще раз, это правильный подбор ширины нашего седла. Есть много всевозможных действий, которые мы в свое время пытались осуществить для того, чтобы понять, какой ширины нам нужно седло. Как вы считаете, какие из вариантов есть подбора седла, если мы не берем профессиональных? Кто-нибудь из вас пробовал каким-то образом понять, насколько, если мы возьмем... Я могу сказать, как седло подбирают большинство людей, мне кажется, которые потихонечку из любителей переходят в профессионалы или хотят стать профессиональными любителями. Чем уже, тем я круче. Правильно? Чем карбоновый? Оно... Ну, это само собой. Да. Можно просто палку было бы вот так вот поставить и все, тогда уже вообще. Иди. Какой досталось? Чем дороже. Чем дороже, да. Но дороже вопрос состоит в том, что я могу седло купить простое дорого, а могу дорогое купить дешево. Вопрос стоит, что именно дороже. Ну, сложно сказать, чем дороже. Бриллиантами, если оно усыпано, да, это уже серьезно. А вот так вот мне сказать, что это седло стоит там 500 евро, я скажу, ну, возможно. Меня не удивить, да, с одной стороны. А может быть, это же седло стоит 50 евро. Скорее всего, вот раньше мы мерили несколькими путями, да, это песок, правильно только что-то сказал. Мы берем ровную поверхность и пытаемся на нее просто сесть. И самые глубокие места мы берем линейку и проводим, и смотрим расстояние между нашими седалищными костями. Еще есть какие-то варианты, может быть, у кого-то? Есть специальные... На ксерокс можно сесть. Вариант. Сфотографировать. Тоже классный, кстати, вариант, очень хороший. Всю жизнь будет помнить себя на глазах. Рентген сделать. Рентген сделать, совершенно верно. Вот как пример вам показываю, ребят, вот здесь... Вот это вот вертел, да, вот это вот, ну, тазовая часть нашего тела, вот эта вот часть 10-12-летнего ребенка. Соотношение вот, между правой и левой седалищной костью, да, где-то примерно 10 сантиметров. Вот здесь, вот, как пример показываю, да. Мы, в принципе, когда к нам приходит человек, который планирует делать, или которому мы делаем биомеханику, как один из примеров показываю, вот это... Простонародно называется, как называется, Ром? Топомер. Слушайте, народ молодцы, знаете, да, оказывается? Это называется попомер, действительно. Это да, такая штука, которая, в принципе, позволяет многим открыть глаза на удовольствие. Да, правильно. Вопрос стоит удовольствие того, что когда ты садишься на велосипед, и ты ощущаешь кайф, что ты сел в свое седло. Я именно это имел в виду. Так вот, вопрос состоит в том, когда человек приходит ко мне в лабораторию, да, и я, соответственно, его с самого начала начинаю проводить изучение антропометрии, конечно, мы начинаем со стоп, обращая внимание на его ноги, да, чтобы понять вообще, какие у него ноги, и подобрать ему правильно, если необходимо, дальнейшие действия. Второй из моментов, мы обращаем внимание на ширину костей. Мы определяем, насколько какое седло необходимо ему в процессе, когда мы будем настраивать его велосипед, по ширине. Как один из вариантов, для начала по ширине. Потом мы уже обращаем внимание, если мы бы вернулись на несколько слайдов назад, какое анатомичное седло ему необходимо. Либо с максимальной дыркой, либо с минимальной, либо без дырки в том числе. Ну, поверьте мне, без дырки седла тоже употребляют. Они не являются проблемными, но для многих из них это вот большая часть, это 18%, когда кровоток просто фактически в теле останавливается. И потом становится дискомфортно. Вот это вот попомер, и он нам дает понять, какая ширина наших костей. Для того, чтобы хотя бы начать с того, чтобы подобрать седло. И здесь важный момент. Здесь важный момент, да. По-разному. Все еще раз говорю. В дождик, конечно, это сложно. В дождик лучше уже без дырки. У меня просто сегодня был фактор, один момент, я вам вот сегодня утром, да, приехал ко мне человек, который конкретно говорит, мне выставили седло, оно мне неудобно. Что мне делать? Он на тайм-триальном велосипеде.
Я, говорит, хочу купить седло. Я говорю, давайте начнем делать биомеханику. Мы начали делать биомеханику. Я выстраиваю ему геометрию велосипеда, настраиваю его все особенности. И он говорит, слышь, я на этом седле себя удобно чувствую. Вопрос состоит в многих вещах. На седле можно сесть так же неправильно. Но в конце он мне говорит, ну, а я вот все-таки сюда пришел за седлом, это моя цель. Можно все-таки я его куплю себе? Когда он сел на другое седло, он, в принципе, ощутил тот же комфорт. Опять-таки, нужно правильно еще посадить на то или иное седло. Неважно, да, купите вы с дыркой или без дырки и так далее. Но еще нужно правильно его выставить, чтобы на него сесть. И здесь важный момент, да, если у вас седло слишком узкое, да, то получается еще раз, ваши седалищные кости располагаются не горизонтально, да, начинается, да, большое давление на промежность, даже если у вас седло обычное, да, и получается, видите, горизонт опускается. Второй вариант, вы начинаете искать положение и смещаетесь на одну, да, чуть-чуть смещаетесь на одну половину седла или на правую, или на левую, да, начинаются проблемы уже, да, в области спины, поясницы, да, начинают страдать все элементы и звенья цепи, которые вас заставляют двигаться вперед. Поэтому очень важный момент, то, где располагаются ваши седалищные кости. И здесь, да, бывает, что, собственно говоря, это единственная точка, которая вас беспокоит, которая вас, да, может удержать, и на руль тут особо уже надеяться невозможно. Ну, для таких гонщиков уже не есть собственные тоже седла, собственные разработки, специализированные, чтобы уже никуда не сдвинуться. Сейчас часто такие седла применяются, в тайм-триале особенно, чтобы сесть как следует, да, и уже до конца. Тебе, наверное, как человеку, который любит цифры, скажи, вот при такой, ну, не знаю, стабильной езде, вот в группе едем, без спринта, без каких-то ускорений, как распределяется вес тела по точкам вот опоры? То есть у нас есть педали, есть руль, есть седло. Вот в процентном, например, соотношении как должно быть, ну, идеально? Хорошо. 35-25 и все остальное. 7. Очень часто я обращаю внимание на то, в принципе, знаете, наверное, это все-таки уже профессионально, ты обращаешь внимание на то, я не знаю человека, я не знаю гонщика. Я просто смотрю на велосипед и понимаю, либо он очень крепкий и сильный в руках, либо действительно я что-то, ну, может быть, я что-то не понимаю. Но когда я вижу, что край носика хотя бы на 1,5-1 градус, который стоит вниз, то в прямое давление, когда вы выдаете максимальную скорость, у вас идут на руки и на ноги. Фактически вы уже прекращаете сидеть на самом седле. Это когда мы едем, по крайней мере, в группе. Да? Соответственно, вопрос состоит в том, что распределение веса приблизительно должно быть следующим. 35-40% это ноги, 20-25% это непосредственно седло, до 30% там доходит, от 20 до 30. И основное это руки, потому что руки должны более-менее быть расслаблены, они просто должны лежать на седле. Но мы распределяем таким образом, что 60% это 65% это седло и ноги. Соответственно, руки должны более-менее как бы себя чувствовать комфортно. Они не должны со всей дури напрягаться. Они должны напрягаться, когда вы идете в гору, когда вы идете на финиш. Да? Но опять-таки, и здесь как раз вот мне очень понравилось, да, что мы к этому вопросу подошли, прямо вот как будто подставной у нас тут есть журила, Максим, да, который знал. Значит, собственно говоря, да, почему нельзя большие давления, да, и большую силу прикладывать? Вы видите, да, вес гонщика сюда начинает приходиться, происходит сжатие мягких тканей, вот здесь у нас страдают локтевые нервы, да, срединные нервы. Пари-Рубе, да, гонка, о которой у нас будет завтра, да, вы можете себе представить, красная, на Красной площади, если кто-нибудь из вас на велосипеде когда-нибудь проезжал. Да. Да. Только со скоростью 40 км в час. Итак, 180 км. Из 300. По брусчатке, которая уже стоит больше 100 лет. Да, по брусчатке, которая больше 100 лет, и каждый год ее пытаются восстановить, потому что она разлетается. А самое удивительное, зацеплю Пари-Рубе, очень важная, интересная штука. Поверьте мне, едешь за гонкой на машине, у всех машин, которые участвуют на Пари-Рубе, у них полностью зашиты днище металлом. Ну, чтобы не пробить картер. Там совершенно верно. И я лично за рулем, мне бельгиец, непосредственно пресс-атташе. Филипп. Филипп. Вот знаете, что такое гонки, когда ты едешь, перед тобой пыль, а ты дороги не видишь, тебе кричат вправо, влево. И вот он сидит серо-серо, черно-бело-красной картой, где маркером что-то было написано, и он мне говорит, поле справа, я начинаю заворачивать вправо. Там из-под днища мне бьет со всей дури камень.
поле слева, я сворачиваю влево, потому что мы пытаемся объехать гонку, таким образом попасть на пункт питания. Сумасшедшая скорость, и трассы фактически нет. И так вот гонщики преодолевают 300 километров. Из них где-то 180-200 километров это вот такой брусчатки. И вот это положение кисти, оно очень важно. И если ты всей дури будешь и кончик носика свернешь вниз, упираться руками в руль, то я боюсь, что ты не доедешь даже половину. То есть очень важно, еще раз повторюсь, то, что Максим сказал, самый главный вопрос. Мы должны распределить на всех трех частях тела так, чтобы руки фактически не упирались со всей дури и не было вот таких вот неприятных напряжений, которые здесь вот указаны. И здесь, соответственно, проводилось множество исследований под гонку Пари-Рубе с вибрационными стендами, когда велосипедисты на виброплатформах трясли, да, и смотрели, насколько как, и вплоть до того, что происходит просто визуально, да, картина видна, изменяется кровоток, белеют руки, да, и здесь защитно применяются специализированные перчатки, да, специализированные велосипеды, да, рамы специализированные. Сейчас под эту... Сёдла, штыри. Под эту, да, да, да. Обмотку помягче, наверное. Обмотку двойную толстую. Обмотку все делают, то есть там, да, множество вариантов. Ну, чтобы было понятно, знаете, одно из интервью очень великого гонщика, победившего на одном из этапов Пари-Рубе, он говорит, если я когда проезжал Пари-Рубе еще ранее, это лет 7, 8, 10 назад, ну, здесь это, наверное, неправильно, непристойно говорить, но я, говорит, писался кровью неделю. Фактически на сегодняшний момент технологии настолько ушли вперед, что у шоссейных велосипедистов появились классные велосипеды с гасящими элементами вилки, пера заднего, штыря, седла. Это очень важно, но с ними работают мастера, для того, чтобы они на своем велосипеде доезжали до конца и еще имели возможность выиграть. И средняя скорость составляет 38-42 км в час. И здесь, да, небольшой итог еще раз подводя, общий, да, мы можем еще раз для себя запечатлеть, да, общие такие представления по углам, которые должны быть, да, вот этот хороший баланс, да, когда у нас посадка, здесь вот слишком она вытянутая, да, получается заниженная, слишком укороченная, завышенная, да, и, соответственно, перейти уже к другим частям, к, собственно говоря, к более простым вещам. Это горб, да, если я правильно понимаю, серьезный горб такой. Но это аэродинамически, это же последнее множество. Если вы посмотрите гонки, это акулий плавник называется. То есть сюда под комбинезон вставляют для рассечения, значит, для лучшей аэродинамики. В колесо. Траву в колесо. Чтобы накуриться вовремя можно было. Да, а теперь, да. А теперь, собственно говоря, о траве. Более подробно. Значит, ученые, они, у них идей много в голове, да, вплоть до того, чтобы подглядывать за теми, кто в парке катается. Да? Значит, не постеснялись, поставили скрытую камеру, да, и всех, кто брал велосипеды на прокат, да, снимали. Всех, кто ехал на прогулочном велосипеде, снимали. И смотрели, значит, какой у них угол, да, наклона туловища. А потом не разрешали ехать вперед, резко разворачивали вот сюда вот скрытое место. И еще на камеру анкетировали, сколько человек катается там, в неделю, часов, да, как давно катается, как профессионально, есть ли у него какой-то дискомфорт в области шеи, в области ягодиц, то есть полное анкетирование. Затем отпускали. Да? Ни один человек во время этого исследования не пострадал. И в чем же был у них результат? Оказывается, да, ну, это же ученые, вы видите, да, тут все сразу понятно, в принципе. Значит, оказывается, что, да, от того, какой у нас градус вот здесь наклона туловища, да, напрямую зависят дискомфорты, возникающие в области ягодиц, в области шеи, да, в области плечей. И здесь есть всякие, да, зависимости и зоны оптимума, о которых мы вот здесь вот с вами говорили, да, о наклоне туловища, там, порядка вот 55-70%. Да, и что довольно много, вы можете заметить, людей, которые пытаются либо очень вертикальную позицию занимать, да, и тогда у них проблемы идут в области таза, да, либо наоборот уходят в экстремальное положение по слишком большому наклону, и тогда у них появляются проблемы в шее и в плечах. Поэтому даже если вы взяли велосипед на прокат, да, будьте готовы, что в парке вас могут снять. А потом еще спросите. И вы должны будете ответить, так, а мне биомеханик так сказал, да? Итак, что же, да, такое все-таки посадка, когда мы прогуливаемся? Это, конечно, комфорт, да,
одно из ведущих качеств, для всех понятно. Несколько раз мы, когда мы, да, сейчас обсуждали, звучало слово мощность. Мощность — это, собственно, скорость наша, да, это то, с какой, то усилие, которое мы можем передать, чтобы ехать как можно быстрее. И есть такой момент еще — аэродинамика, да. Все мы знаем, что на скорость там 45, 50 уже километров в час, единственное, что вас останавливает, да, это ветер или ваш соперник, держащий за седло, да, сзади. Но в гонках не разрешают. Значит, соответственно, 90%, да, это сопротивление воздуху, конечно. Собственно, вы сами, ваша позиция и аэродинамика. И здесь вы видите, что на спортивных велосипедах, да, уже больше внимания уделяется аэродинамике, еще больше, да, внимания мощности, но комфорт тоже очень важен. Почему? Долго ехать. Точно. 6 часов, да? Каждый день. 6 дней в неделю. Можно 7. Конечно, просто невозможно, да, без определенного уровня комфорта выдержать такой колоссальный объем. А теперь мы приходим к экстремальным вариантам, да, вот есть гонка преследования на треке, да. Здесь вот, не знаю, даже боюсь сказать, сколько это процентов комфорта, да, но речь о нем не идет, да. Здесь должна быть максимальная аэродинамика, максимальная мощность. И вот на разделке Tour de France, да, если мы говорим раздельный старт, здесь чуть-чуть, видите, людям подарили комфорта. Два раза больше. Там просто больше ехать. Чуть-чуть, да? А вот, конечно. За счет объема, да, вот этого предыдущего наката. Ну и обратите внимание, поэтому... аэродинамика ниже, да, и все-таки мощность выше. То есть сейчас серьезное обсуждение ведет среди ученых. Вот этот момент очень важен. Потому что часто слышу, я вижу и слышу очень серьезную такую очень умную фразу. Аэродинамику мне сделайте, я же должен быть аэродинамичен. Я вам чуть позже покажу, мы сделали аэродинамику. Вы сейчас услышите скорость, которая была этим человеком установлена, аэродинамичным. Соответственно, о чем мы говорим, да? Это. Нет, тут нет ни одного триатлониста. Но вот тут вот прячется кто-то. Лошадь, да, Тима? Она и плавать, и бегать может. Да. Это мы решили просто реально заснять и показать информацию. В принципе, вы все видели, как едут триатлонисты, насколько они высоко-низко сидят. Обратите внимание, велосипедный профессиональный Бамонт — это не триатлонисты, это профессиональный клуб Movistar, да, и это профессиональный клуб Астана. И они не сидят настолько низко. Они сидят хорошо, удобно, но не низко, как это бы показало на сегодняшний день задача стать аэродинамичным. Чуть позже мы покажем, что такое аэродинамика. Вот, собственно говоря, аэродинамика. Да? 54-летний французский велогонщик Эрик Барн проехал 223 километра в аэродинамичной посадке. Если у кого-то из вас будет стоять задача сделать аэродинамичную посадку, поверьте, вы даже ко мне можете не приходить. Вы берете руль, спускаете максимально вниз, седло поднимаете максимально вверх, и у вас будет обалденная аэродинамичная посадка. Но я вам говорю, ехать вы не будете быстро. Но спускаться будете от души. Да, да. Это было бы буквально, по-моему, недели полторы-две назад. Да, да, он установил рекорд. Обратите скорость внимания, да? Участок 100 метров. Да, то есть, конечно, об аэродинамике очень много мы знаем, да, и она, конечно, очень важна. Сейчас чуть дальше вам покажут. Кстати, мне жалко нету того клипа, где я тебя измерял в аэродинамической трубе. Я честно скажу, я весь Фейсбук перелопатил, не нашел. Но у меня есть. Да. Я тоже побывал в аэродинамической трубе, всего 80 км в час. Ветер. Вот в этой вот, да, футболочке. Да. Держась за руль. В такой футбол. Итак, когда мы говорим, да, о тонких измерениях, когда мы говорим о разделочной посадке, да, здесь вот вы уже тоже можете посмотреть, да, принципиально меняются углы, да, для колена, для голеностопа, для положения спины. Вот видите, опять этот аэродинамический у нас тут плавник появляется, да, соответственно, угол обязательно. И вот здесь вот то, что Женя отмечал, да, положение кистей, да, правильные, неправильные. Правильные. Неправильные. Итак. Но это тоже может быть для кого-то правильные. Как вариант. Это индивидуальность, это четко. Ее просто нужно понимать. Тут как таковой, еще раз повторюсь, догмы нету. Нету четких информации о том, что должно быть у всех вот так и все, другого нет.
Мы просто максимально постарались взять более интересную информацию, дать вам обратную связь, чтобы вы понимали, что для того, чтобы понять, что правильно, что неправильно, или сказать, что это неправильно, а это правильно, или наоборот, нужно просто понимать, кому ты это строишь. И я вам скажу, что перейти к этой посадке, да, невозможно сразу. Да? Нужно свое тело подготовить. Так же, как велосипед, Женя, может адаптировать под ваше тело, так же и ваше тело, Женя, может адаптировать под ваш велосипед. Да? Это целый набор упражнений, это обязательные растяжки, это обязательное развитие мышц кора, это обязательно развитие дыхательной мускулатуры. Да? Поскольку как только вы начинаете снижать, да, свое положение, вы автоматически, да, снижаете, естественно, жизненная емкость легких, становится затруднительно дышать. При очень экстремальных положениях, да, даже снижается кровоток в мышцах ног, да, и это тоже может препятствовать работе. Поэтому я вас прошу, да, если вы будете экспериментировать с этой посадкой, делать это обязательно постепенно, да, с четкой обратной связью, не вызывая дискомфорта. И если все-таки дискомфорт появился, знаете, всегда есть решение. Да? И это оригинальное решение, значит, гонщик применил, когда он ехал 3000 километров, Race Across America, да, есть велогонка, когда через всю Америку поперек, без остановки едут гонщики, сменяют друг друга. И, собственно говоря, чтобы уже хоть немножечко разгрузить, у него были серьезные проблемы очень с шеей, вот он себе применил такую поддержку. Ну, у вас тоже есть вариант выглядеть оригинально на каком-нибудь соревновании, применяя такую поддержку. А также посмотрим, будет ли ее применять Race Across Russia. Тут уже километраж гораздо больше. И здесь мы снова, да, возвращаемся все-таки о том, о процессе посадки, да, проходя его поэтапно, еще раз, да, невозможно провести посадку, да, не будучи готовым к ней, да. То есть вы должны понимать, куда вы хотите применить, на что вы настроены, на какой тип гонки, да, раздельная ли гонка это, да, или это вы собираетесь ехать на обычном велосипеде. Вы должны быть готовы к длительному интервью, да. Женя задает вопросы в большом объеме, очень подробно, паспортные данные, ипотеку на себя бывает оформляет. Были случаи. На шестой этаж перекрытия не хватает денег. Здесь, да, идет непрерывный диалог с гонщиком по его динамике, да, то, как он себя чувствует по мере изменения посадки. Обязательно диалог с тренером идет о балансе, да, опять же, между аэродинамикой, мощности, регистрации усилий, которые он при этом производит. Тончайшие все, да, элементы этой настройки, о которых мы говорили. И здесь самым таким, да, венцом вот аэродинамических всех этих настроек, это является аэродинамическая труба. Вот Женя гипнотизирует. Ну, чтобы вам было понятно, да, для того, чтобы понять, на правильном ли мы пути находимся, когда работаем с профессионалами, а вы знаете, да, право на ошибку, работая с профессионалами, отсутствует вот так. И сделай ошибку, тебя могут просто разорвать в клочья. Ну, как пример, очень грубо говорю. Так вот, всем, ну, не всем, основным гонщикам, которым мы провели биомеханику, команда, спонсор команды, нанимает определенный день, там, договаривается за 2-3 месяца вперед, а в аэродинамичной камере их продувают. Это топовыми гонщиками. И, соответственно, туда съезжаются там, от 3 до 5 гонщиков команды, и в течение 1-2 дней проходит процесс определения их аэродинамики. Таким образом, чтобы довести максимально идеальную его посадку к возможности, чтобы он мог ехать на все 100% и при всем при этом показать лучший результат для себя. Собственно, ради чего это делается? Да? Ради того, чтобы ехать как можно быстрее. Да? Вот здесь вы видите тоже, это один из рекордов на велосипеде, 333 км в час, всего лишь 3 реактивных двигателя. Да? По-моему, в 5 раз быстрее. Самый велосипед быстрый. Не развалился. А как они все тормозят? Что тот говорит, что это? Я думаю, парашют есть. Ну, я думаю, что парашют есть, а так по-другому никак. Асфальт. Да, здесь история умалчивает об этом. Прошу только заметить, что дисковых тормозов нет. Просто до конца дня докатывается. По прямой, да? По Франции всей. Здесь идет
тончайший, да, процесс по настройке велосипеда. Чтобы вам было понятно, вот если Ян обратно вернет, один из нюансов расскажу. Переделка велосипедов как на Формуле-1. То есть тут, если вы представляете, кабели проходят, да, тросы и все остальное. Фактически механик, который стоит напротив, вот в кепке это механик, он наблюдает, как серебряный призер Олимпийских игр перебирает руль. Да, я, соответственно, с Яном советуюсь на то, насколько низко или высоко надо поднять руль, а перерубаются кабеля в течение там, 5 секунд, наверное, все это делается кусачками, переделывается очень быстро и ставится новый руль. Для того, чтобы быстрее все сделать и поставить гонщика с возможностью продуть его повторно и получить информацию, как он сидит на велосипеде. Для чего это делается? Потому что час работы в этой барокамере, как я называю, стоит 6 тысяч евро. То есть, если вы туда собираетесь со своим велосипедом, будьте готовы, что ваши все гидравлические... Тросы будут перерезаны даже. Это, конечно, шутка. Итак, здесь, собственно говоря, процесс. Вы видите, здесь поворотная, да, специально есть диск, который позволяет продувать вас не только под прямым углом, да, но и под, смещаясь под несколько градусов, чтобы понимать, что ветер может быть с разных сторон. Здесь один из образцов вот проведенного нами анализа, да. Мы специально убрали марки, опять же, применяемых сьютов, я уже по-русски, господи, одежды, да, то есть мы пробовали различные варианты, опускали, да, руль, мы пробовали работать с плечами, мы пробовали различные размеры даже, да, и типы одежды, которые применялись, и все они давали различный результат. Вот здесь вы можете увидеть в ваттах мощность, да, здесь вы можете увидеть различия в ваттах, в зависимости от поворота, получается, и попытки измерить, да, ветер, боковой ветер. Вот здесь вот также вы можете посмотреть на результаты одного из исследований о том, сколько прибавляет. Многие просто спрашивают, кто уже действительно там гоняется очень много на треке, влияет ли даже размер звезды на аэродинамику. Да, вот влияет. Вот можете посмотреть, кассета 42 зуба, да, 52 зуба. Они также влияют на аэродинамику, поскольку площадь изменяется. Толщина колеса. Что? Да. Толщина колеса, соответственно, диск, объем его, все это в плюс, в минус, все это продували, и мы с Яном видели показатели, как вот еще раз заострю внимание, меняешь просто ткань, сразу же показывает информацию, гонщика сажаешь в этой же позиции, сразу же меняется информация. Соответственно, каждый миллиметр, каждый сантиметр его тела, изменения в более меньше, увеличивается продуваемость, то есть улучшается аэродинамика, ну и так далее. Здесь важный момент, да? Ну, далеко не все могут себе позволить оказаться в аэродинамической трубе, но у многих ставят такой вопрос, насколько я аэродинамичен. Да. Решение есть. Вентилятор. И дым. Сбоку поставьте камеру. Кстати, да, хорошо, хороший пример. Вентилятор. Кто-то ставит дымовую завесу. Сбоку ставите камеру, выключаете свет и смотрите, как дым будет его облегать. И вы реально поймете, насколько он аэродинамичен. И чем меньше дым ложится, тем лучше он продувается. Таким образом, на выходе можете сказать, что, в принципе, ты был в темноте аэродинамичен. Забудьте выложить YouTube. Итак, один из вариантов, да? Можно себя сфотографировать фронтально. Да? И чем больше площадь фронтальная ваша, тем, соответственно, вы менее аэродинамичны. Действительно, лобовое сопротивление играет колоссальную роль. Соответственно, не забудьте сделать еще какую-нибудь масштабную шкалу, да? То есть надо сфотографироваться на каком-то фоне предварительно, да, там, иногда это используют колесо, потому что оно известных размеров, либо линейку какую-то приложить, и просто посчитать в пикселях, собственно говоря, какую площадь вы занимаете. Чем меньше пикселей, тем, значит, у вас более аэродинамичная посадка. И второй вариант есть, это просто вы можете катиться с горы, да, в разной посадке. Но только тут важно очень соблюдать четко начальную скорость и все прочие условия. Да? Но в принципе то расстояние, на котором вы замедляетесь, и та скорость, с которой вы замедляетесь, при прочих равных, также может отражать вашу аэродинамику. Ну и следующий вариант – это возможность использовать измерители мощности. Да, это на треке, когда можно замерять мощность, с которой вы идете на треке, скорость. И смотреть соотношение к скорости. Да? То есть задача получается ехать как можно с более высокой скоростью, прикладывая как можно более меньшую мощность. Такие измерения также возможны, их можно проводить на треках. Да, и так часто происходит, когда мы не имеем такую возможность платить сейчас 6 тысяч евро, соответственно, мы производим следующие такие процессы, одевая на него датчики, одевая на него мощные пауэрметры, соответственно, да, и мы делаем измерения, изменяя посадку, как гонщик себя чувствует на велосипеде.
Но наблюдение идет не один день, сразу вам говорю, пару дней для того, чтобы понять, насколько мы на правильном пути находимся. Но здесь мы поговорили про аэродинамику, но хочется сказать, что аэродинамика, еще раз, да, не является определяющим. Очень большой момент играет все-таки наше тело, да, и зачастую мы встречаем действительно большие сложности на этом пути. И Жене приходится очень, очень серьезно работать, поскольку бывает, просто реально, здесь, я думаю, Женя может раскрыть этот момент. Я вам расскажу совершенно простой пример, позавчера произошел с очень серьезной девушкой. Девушка рекордсмен мира, да, девушка, соответственно, серебряный призер чемпионата мира буквально там месяц тому назад, она в Амстердаме проходила чемпионат мира, я не помню, или в Южной Америке. Во Франции. Она была серебряный призер чемпионата мира, да, и, соответственно, мне с ней пришлось работать примерно около 6 часов. То есть мы не могли найти действительно идеальное положение. И тут вопрос состоит в том, что все эти 6 часов мы перебрали колоссальную кучу выносов, прокладок необходимых под седло и все остальное. Но при этом мы пришли к тому, что девушка подошла мне, пожала руку, сказала спасибо. Для меня это очень важно, чтобы человек мне за это сказал действительно спасибо. Я с каждого человека задаю вопрос, насколько действительно ты получил кайф от того, что мы сделали. Либо да, либо нет. Вот этот человек, чтобы вам было понятно, это Алексей Обыденов, чемпион мира, рекордсмен мира, двукратный рекордсмен мира, двукратный чемпион мира. Опять-таки за всю историю советского, российского велоспорта. Это самая звездная команда, потому что у нас не было чемпионов мира, у нас не было рекордсменов мира. Вот. И у Алексея отсутствуют практически две руки. И мы работаем с паралимпийцами, получаем от них обратную связь, как все-таки на правильном пути ли мы, работая с ними, идем с обычными нормальными людьми. Соответственно, они нам позволяют показать, насколько мы, правильно выставляя им геометрию правой, левой ноги, правой, левой руки, положение их тела, потому что они, к сожалению, уязвимы больше всех. Попробуйте просто без рук прокатитесь вот так вот на велосипеде как минимум 3 часа. Что с вами будет? Эти люди, 3 часа едут, и мы применяем массу вариантов, ищем для того, чтобы посадить этих людей на велосипед. Вот Никита, да, допустим. Несколько раз на чемпионатах мира он становился третьим за всю свою историю. У него нету правой ноги. И соотношение его левой и правой ноги нужно настолько точно понять и уравнять, чтобы его левая нога, которая отсутствует процентов на 50, работала так же, как работает здоровая. И нам приходится фактически даже по несколько суток, а то и по месяцам, искать вот именно процесс правильной настройки его той ноги, которой нету, чтобы у него была максимальная отдача к скорости, к педали. И это просто показывает процесс, как, насколько, еще раз повторюсь, мы правильно делаем ту работу, которую делаем, и я эту работу потом переношу, то есть мы ее переносим на здоровых, позволяя здоровым ехать еще эффективнее. То есть вот как пример говорю, это чистый пафос, поверьте мне, здесь только компания, знаете, чей это значок? Specialized, совершенно верно. На этом значке золотыми буквами написана фамилия, я не буду его говорить, это такая вот есть, такая вот получилась возможность. Здесь очень много фамилий, но золотом написана русская фамилия. Один из этих людей просто является биомехаником. Женя постеснялся. Я хотел бы сказать, что есть понимание, как правильно строить посадку. Да? Есть технология. И есть дипломированные специалисты. Я рад, что Женя является одним из дипломированных специалистов, прошедших несколько этапов обучения, да, и его работу, да, почему мы поместили здесь, его работу с паралимпийцами, особо тоже очень отметили, да, и основатели вообще направления по правильной посадке, да, по посадке комфортной, эффективной и мощной. И выделили Женю в одно из вот таких особых мест, в котором люди, значимые в биомеханике, расписываются на такой на стене славы, можем сказать. Да, и чтобы один из примеров вам скажу, что благодаря, скорее всего, профессионалам, паралимпийцам, мы на сегодняшний день в России достаточно очень успешно в этом направлении развиваемся. Это для многих действительно вопрос, как в России, это нонсенс, да, появились люди, которые в этом направлении находят возможности роста. То есть не американцы, не европейцы, а русские. Ну, потому что у нас действительно всегда были, есть, наверное, и будут лучшие врачи, лучшие, там, я не знаю, спортсмены, лучшие там педагоги и так далее. Ну, просто иногда получается так, что они становятся нашему государству не нужны,
Но надеемся, что такое не произойдет с биомеханикой, и мы будем идти дальше. Здесь вопрос о том, что есть моя посадка, как мне воспроизвести посадку на другом велосипеде и какие параметры правильно нужно записывать. Да? Здесь вы можете для себя отметить, что необходимо измерять. Да? Высоту седла по отношению к рулю, да? Высоту седла по отношению к оси вращения, расстояние от носика седла, да, до оси вращения, угол наклона, да? Это, соответственно, вынос руля и рогов, да? Если они есть, рожек. И, соответственно, положение, да, получается, также, если у вас здесь есть какие-то, да, сам руль без таких специализированных выносов. И здесь важный момент, что мы с вами уже проговорили, значит, соответственно, час, 1 час и 28 минут, да, и теперь, я думаю, у нас есть вариант, чтобы перейти еще и к практике, правильно? Собственно говоря, на практике, проговорив вот эти вот вещи, да, которые мы сделали, мы все поговорили о посадке, но выливается все вот в эти цифры. Да. Мы сейчас здесь не отмечаем цифры по поводу стелек, по поводу наклона, по поводу Q-факторов, да, поскольку эти вещи сложно очень переносимы с велосипеда на велосипед. Но перед тем, как мы перейдем к практике, Женя вот хотел еще отметить заключительный момент, да, по поводу специализированных все-таки стелек, да, Женя? Да, мы как бы самое основное оставили, не основное, самое такое второстепенное, но оно основное является, оставили напоследок. Я бы хотел вам презентовать, да, данный процесс, который будет в ближайшее время, наверное, все-таки, ну, это не скажу, что это открытие, это работает везде, в Америке, в Европе, но этот проект мы изучаем полтора года. Ну, я могу сказать, что мы много проехали, компании производят, где это стельки, производят, где оборудование, и, соответственно, мы поняли о том, что для того, чтобы заниматься хорошо и удобно спортом, нужно тонко подходить к каким-то вещам. И мы обратили внимание, что основная вещь, которая в принципе в спорте, в нашем циклическом спорте, это стельки. То есть передаточная часть. Некая прокладка в двигателе, которая дает возможность либо ехать как обычно, но очень быстро, ехать очень быстро. Три процесса. Если как обычно, то, соответственно, мы предлагаем вариант. Если очень быстро, это вариант. И самое быстрое, это, соответственно, вот этот вариант называется кастом. То есть таким образом в ближайшее время в России появится... Действительно, у нас процесс производства кастомных, профессиональных, для спортсменов, еще раз повторюсь, не медицинских, а для спортсменов стелек. С учетом того, что, да, это не медицина, это спорт. Если мы хотим заниматься медициной, нам надо идти в больницу и, соответственно, целый день ходить только на работу и домой. Если мы хотим заниматься спортом, нам надо заниматься увлекательно спортом. Поверьте мне, спорт без цели – отсутствие спорта. Когда мы ставим цели, мы к чему-то идем, и мы, соответственно, ищем возможности достигать результата. И здесь этот процесс именно дает возможности достигать результата. То есть будут производиться профессиональные стельки для велосипедистов и для iLife раннинга. А свиминга? Свиминга тоже. Хорошо. Итак, мы можем перейти к практике, правильно же? Да. Вопрос состоит в том, что когда мы посадили гонщика на велосипед, да, как я еще раз повторюсь, я обращаю внимание на то, как, конечно, она педалирует. Если мы начнем сейчас крутить педали, да, то мы обратим внимание, что, обратите внимание, вот это я называю положение, сидя на табуретке. Крутите, пожалуйста. Сидя на табуретке. Вот мы сейчас сидим на табуретке и понимаем, что если мы дадим нагрузку, прямая нагрузка пойдет на колени. Прямая нагрузка. Почему? Какой есть вот ответ? Потому что высоко задираются колени. Ну почему? Не разгибаются полностью, совершенно верно. То есть происходит вот в этом моменте элемент компрессии очень сильный. И вообще в целом, если давать такую нагрузку больше, там, допустим, 5-7 минут, что? И что, и сколько так проехать она может? Ну, так ей неудобно, потому что... Мне же тянуть надо. Да, ну, вопрос состоит в том, что, обращая на это внимание, что я делаю, как вот дилетант. В первую очередь, если позволите, встаньте на педали, пожалуйста. Да, есть специальный ключ гониометрический, да, и, соответственно, я измеряю положение растяжки задней поверхности бедер. Сейчас я подниму чуть выше седло, могу немножко ошибиться, но, как пример говорю, начните крутить. Я прошу прощения, чуть ниже сделаю. Присаживайтесь. Сейчас, наверное, гораздо проще, ну, еще, наверное, надо на 1 сантиметр ниже спустить, потому что
присаживайтесь. Еще раз. Сейчас гораздо проще крутить. Колени начали немного отдыхать, потому что у колен перестало вот это быть напряжение. Наверное, такое есть ощущение, но я просто реально это на простой передаче. Это один из очень важных факторов. Второй важный фактор для того, чтобы к этому прийти, да, действительно нужно заняться тем, чтобы выставить фундамент, как я вам говорю, это шипы. Но это самая главная, изначальная работа. После этого идет высота седла. Но, как правило, новичок, он не знает об этом. Но учтите самую главную вещь. Вы должны, по крайней мере, сесть на велосипед так, чтобы не было вот этого компрессионного давления на колено. И таким образом, чтобы вы через месяц, когда все-таки узнаете о том, что есть кто-то, кто настраивает велосипеды, не бежали к нему и не кричали, что у меня болят колени, я больше ездить не могу. Это лучший случай, что может произойти. А худший, вы скажете, блин, велоспорт не для меня. Поверьте мне, все будет нормально, если вы учтете самый главный процесс – это поднять правильно седло. Ну а все остальное, потом далее мы смотрим на руль, да, как один из факторов, что может быть не так с этим рулем. Вот начните крутить, мы посмотрим. Ну, во-первых, я обращаю внимание, как девушка смещена полностью назад, да, вот если вы обратите внимание. Второй момент, я вижу, как она тянется к рулю. Да, я понимаю, что, возможно, опять-таки, определить на глаз очень сложно. Для меня очень важно это задняя поверхность позвоночных мышц. Почему? Потому что, если вы помните, в самом начале, когда мы показывали слайды, здесь внизу было написание, что нужно обращать на это внимание, так как это является основой правильной посадки. То в этой ситуации, когда вы видите, что вам некомфортно, вы все-таки можете приподнять сейчас руль. Не опирайся. Не опирайся, я его поднять не могу. У нас есть специалист по лагбайку. Ну, как пример говорю, мы поднимаем руль, да, ну, тут еще один момент. Мы его делаем ближе. И, позвольте, пристаньте седло. Ничего, что я тут сбил посадку чью-то. Присаживайтесь на велосипед. А ты, кстати, отвесом, вот это то, что мы обсуждали. Я его с собой не взял просто. Нет отвеса? Я его не взял с собой. Что сделал? Стань держаться. Сейчас я чуть-чуть сделаю ниже. Соответственно, все. Можно взяться за велосипед. Нет, за пистолеты желательно держаться. Да, и, соответственно, сделав вот манипуляцию с рулем, да, еще раз повторюсь, сейчас мы делаем это просто исключительно по наитию. Но мы позволяем велосипедисту сесть гораздо удобнее. Обратите внимание, спина перестала быть напряженной, она стала более-менее быть немного округлой, да, и руки тем самым чуть-чуть подсогнулись. То есть не, это очень важно, не вот так вот ехать, да, что голова у вас находится между ног или рук, а именно действительно обратить внимание, чтобы спина не была напряженной и, соответственно, руки немножко были... Что делать? Мы только над этим и работаем, получается. Да. Что, вот, соответственно, вот эти вот основные вещи. Вы когда покупаете велосипед и еще не доехали до человека-специалиста, а, возможно, вы вообще считаете это ненужным для себя, по крайней мере, чтобы вы обращали внимание на высоту седла и на правильное расположение руля. Не надо руль опускать вниз. Самое главное, учтите, когда вы берете еще велосипед, чтобы ручки были кардинально ровны друг к другу. Соотношение ручек очень сильно влияет на отношение позвонков. Я очень часто вижу, когда ко мне приходят любители, и у них ручки вот так вот на 1 градус ниже, другая выше. Поверьте мне, когда вы выдаете тренировку более 30 минут, и если вы едете каждый второй день по 30 минут, это очень сильно будет влиять на ваш позвонок. 1 миллиметр ручки вниз очень кардинально может повлиять. Соответственно, я всегда на это обращаю внимание, ставя уровень, смотрю правую и левую ручку, насколько она ровная. Чтобы вот эти вот моменты. Ну, это вот самые простые моменты. У всех есть уровень. Посмотреть, чтобы здесь было ровно. Соответственно, посмотреть, чтобы это было чуть ближе, не совсем близко, чтобы вы не сидели, как вы помните, да, в посадке, смещен вперед велосипедист. Соответственно, обращайте внимание на то, чтобы был небольшой эллипс. Когда флэт полный, то есть равнина ровная спина, это не есть всегда хорошо, потому что спина напряженная. Соответственно, ручки должны быть немножко, быть, скажем так, да, мягче положены на руль, чтобы не было того дискомфортно. Классная штука. Инструмент научного познания мира. Ну, гониометрическим ключом мы можем выставить, если мы понимаем, какая растяжка, да, задних поверхностей мышц. Но отношение седла мы можем выставить следующим образом. Если мы сейчас начнем крутить педали, то мы сейчас крутим постоянно педали, обращаем на такой момент, как я сейчас сам буду останавливать ногу, да, вы, соответственно, просто, как скажем, да, расслабляетесь в этот момент. Обращаем внимание, как крутит нога, обращаем обязательно внимание, потому что очень важно увидеть, как работает пятка. В этот момент, когда вы видите, как работает пятка, вы просто просите
велосипедиста, да, в момент, когда вы будете руками останавливать, замереть в положении, то есть не двигать ни пяткой, ничем, вплоть до такой степени, чтобы он даже не моргал. Соответственно, вот обратите внимание, я сейчас буду замедлять движение и тихо-тихо остановлю вашу ногу. Упс, остановил ногу. И берем обычный отвес, проставляем колено и обращаем внимание, насколько велосипедист удобно или неудобно сидит на седле. Я вижу, что велосипедист максимально, ну не максимально, а смещен назад. Соответственно, можно представить седла. Соответственно, что я сейчас могу, это еще на 1 сантиметр сдвинуть и дать возможность сесть на велосипед и начать крутить педали. Начинаем крутить педали. Стало более или удобно? Да. Вот этот, вот я вам просто как пример показываю. Вот это положение мне позволяет понять, насколько в этот момент расслабляется спина и поясничная часть. Еще один из моментов, да, очень важный. Еще один из моментов, который я хочу учесть, да, ребят, не бегите за аэродинамикой. Она вам сейчас не то, что может быть не нужна. Вы всегда можете правильно сложить руки вниз, если вам нужна супер аэродинамика. Но при этом не надо высоко слишком ставить руль. Это тоже минус огромный. Этот момент я рассчитываю исключительно меряя полностью вас, изучая вашу личную антропометрию. Но вопрос состоит в том, что вот сейчас вы видите просто комфортную, удобную, хорошую посадку у велосипедиста, который может, в принципе, в такой посадке часа 3-4 спокойно проработать. При разных положениях, там, я не знаю, нагрузки. Изначальный размер рамы. Мы показали, как меряется изначально размер рамы. Если вы помните, коалло мы назвали, аж даже Максим улыбнулся. Коалло — это штука, которая меряется изначально. Это отношение от пола до центра промежности, отношение от пола до центра вертела, отношение от предплечья до центра вертела, отношение ваших непосредственно... плечей, да, отношение вашей руки от центра, получается, у кулака до центра вашего предплечья вымеряется и рекомендуется правильный подбор рамы. К сожалению большому, я могу вам сказать просто, как это делается, но индивидуально могу под каждого подобрать и, соответственно, вымерить по вашему непосредственно состоянию кувалло длину ваших шатунов. Что? Это по калькулятору делается? Это я делаю не по калькулятору, это я делаю так, как я вижу, это делают профессионалы. Я знаю, как это делают профессионалы, я высчитываю все это и четко рекомендую. Если без вашего участия, то есть как человек может изначально вот здесь себе размер велосипеда? Ну да, по калькулятору. Но я как вот человек, который дилетант, а не профессионал. То есть в целом есть, ну сейчас они, вот я Саш присылал, Competitive Cyclist. Это большой американский магазин, да, и у них есть прям с видео инструкции 10 шагов, по-моему, как себя померить. Есть программа, называется Set Your Bike, да, и, соответственно, вы открываете ее, вот такая линейка нарисована, сейчас прошу прощения, я еще раз. Очень простая штука, вы можете ее купить, она стоит недорого. Вот такой велосипедист, открываете, здесь вы набиваете все полностью свои данные, да, и он вам дает, сколько до центра ковала, да, как я говорю. ДТ выдает, да? Да, да. Чтобы вы не покупали все подряд, а и, как правило, неправильно. Но здесь, поверьте мне, все приблизительно. Если вы покупаете простой велосипед, в принципе, на это вы можете основываться. Если вы покупаете велосипед за хорошие деньги, стоимостью хорошего автомобиля, то я считаю, что лучше обратиться к профессионалу. Тут вы можете ошибиться, программа может вам дать неправильные цифры. Но к этой программе, я пересчитывал, она не всегда точно выдает, но к этой программе на нее можно опираться, по крайней мере, когда вы заходите в магазин и покупаете среднего уровня велосипед. Ну там же еще от марки зависит, велосипеда. Нет, программа высчитывает параметры, а дальше ты уже эти параметры накладываешь на геометрию рам. Ну есть сантиметры, там сантиметры прям показывают, да, нет, там прям показывают сантиметры. Ну, пример говорю, вы правильный вопрос задали, вообще просто офигенно правильный вопрос. Мне нравится, когда люди действительно в этом начинают разбираться. В чем вопрос, что производители, правильно, есть массу вариантов, когда американские от получается, итальянских отличаются. Отличаются. Да, и соответственно, когда вы покупаете итальянских производителей, у них одни размеры. Когда вы покупаете американских производителей, у них другие размеры. Как один из примеров говорю, ну, на моей практике это было не один раз. Я для себя итальянский велосипед покупаю под одним размером. Для себя американский велосипед покупаю под другим размером. Начиная вымерять, действительно такая ситуация есть. Хотя в сантиметрах она фактически почти одинаковая. Верхняя подседельная труба имеет определенные градусы изменения ввиду этого сантиметра. Она то больше, то меньше.
Нужно просто знать, что вы хотите, и, соответственно, приходить и интересоваться. Либо искать каждого производителя и его калькулятора. Да, да, совершенно верно. Но это вот то, что я говорю приблизительно. Но это, по крайней мере, на это можно основываться. То есть важно, чтобы велосипед, да, был комфортный, да, а не определяющим является цена, его вес, да, да, жесткость и прочее. Нет, просто то есть надо начинать именно со своего размера. Совершенно верно. Совершенно верно. Согласен. Какие еще есть вопросы, ребят? По поводу уровня седла, горизонтальности его. То есть, да, понятно, если отправная точка, как все говорят, то есть она должна быть изначально горизонтальна, да? То есть, понятно, если седло плоское, то это понятно как. А, например, вот с таким седлом, или вот как село Италия, да, оно тоже не совсем плоское. Сейчас я вам покажу. То есть кто-то говорит, там, две трети должен быть горизонтальный. Классная штука. У каждого производителя седла... Я сейчас затру здесь название этих чисел. Да, у каждого производителя седла, когда вы его приобретаете, есть маленький микропаспорт. Вот в этом микропаспорте нарисовано, какое седло как должно стоять. Как пример говорю, то седло, вот, по которому вы говорите, что оно имеет разную конфигурацию, как Конкор. Да? Вот оно, что там написано? Так вот, здесь, соответственно, нарисован рисунок, как это седло выставляется. Если вы будете следовать правильности, да, как замечательный, очень близкий для меня родственник, мой племянник, буквально некоторое время назад, ему 4 года, ему купили конструктор, и он не может начать работать с этим конструктором. Знаете почему? 4 года ребенку. Он говорит, где инструкция, на русском языке прям говорит, как есть, где инструкция, я без инструкции не знаю, как его собирать. Так вот, вопрос стоит в том, что мы, к сожалению, большому, все начинаем вот так вот, давай, давай, быстрее. Инструкция на всех велосипедных седлах, она есть. Если вы покупаете новое седло, вы его увидите. Если вы покупаете седло со стороны бэушное, ну, я, к сожалению, могу просто развести руками, но поставьте, как вы считаете на для себя правильно. Всегда. Ну, да. Например, вот это вот, на котором девушка сидит. Замечательно. Горизонталь как будет сделать? Горизонталь будет, носик вниз, вот она, горизонталь. Нет, ну вот уровень как будет поставить? Вот, вот на этой части, вот он. То есть две, ну вот... Вот на этом месте я поставлю уровень. Вот на этом я не поставлю. А ты вот здесь ставишь? Вот здесь, да. Ты его поставишь вот так? Нет, я поставлю вот так, вот на этом месте. Маленький уровень. Да, совершенно верно. Телефон, допустим, или что-то еще похожее. Но тут вопрос стоит в том, что вот это место, в которое должно быть идеально ровно к земле. Здесь, когда вы садитесь, да, вы когда даете по нижней, за нижний, за низ руля берете и вы даете фул газ, соответственно, здесь вы своим мыском седла просто продавите себе лобковую кость. Еще какие есть вопросы, ребят? Очень важно, чтобы вы получили максимально, ну, все, что хотели, да. У меня как раз в этот момент телефон погиб. Когда показывали чемпионат мира женский по велоспорту, вот я обратил внимание, что там, наверное, 70% латона, они все педалируют вот, носками вниз, вообще чуть не вертикально, но как-то реально, как будто они на высоких буках ездят. Соответственно, мужчины такого не делают. Почему? Я видел, такое и мужчины делают. Ну, очень редко. А вот у них там, в лидирующей группе, 70%. Ну, я могу вам сказать, что женский велоспорт, да, он отличается тем, что у них немного другие бюджеты. Биомеханика вообще в мире, содержание биомеханики в команде профессионалов, это не дешевая штука. И профессиональному гонщику, да, платят деньги, и он этими деньгами сам распространяется, если распоряжается. Если мы берем девушек, у них немножко другие гонорары, и не все до сих пор, поверьте мне, в профессиональном велоспорте еще не все пользовались биомеханикой. И в принципе, когда они начинают этим пользоваться, да, они получают какие-то новые вау. С топовыми гонщиками работают бесплатно, со средними гонщиками работают уже за деньги, с самыми низкими гонщиками работают уже очень гонщики дорого. За свой счет. Там очень дорого или они вообще не работают. У женского велоспорта такая же ситуация. Жень, если извини, вот вопрос студентический. То есть ты на нуле, да. Да, на нуле. А, допустим, в Москве занимается он просто выставлением посадки? Кто? В Москве занимается этим? Вот, да. Нет, я любитель. Да, я занимаюсь от детей. Я езжу специально раз в 3 месяца в Петербург. Почему езжу в Петербург? Потому что это... Там центр есть, да, очень хороший центр господина Кузнецова. Очень великая личность, которая... Для любителей. Я объясню. Там дети, которые только начинают садиться на велосипед, 15, 14, 13, 16 лет. Я делаю им выставление посадок. Соответственно, для любителей, людей, которые начинают здесь, хотя бы с нуля начинают только, даже еще не сели на велосипед, они приезжают ко мне в лабораторию бега, это есть в центре на Гончарном,
Если я нахожусь в Москве, соответственно, со мной созваниваются, либо пишут мне на мой электронный адрес. Теоретически возможно найти из лаборатории бега, но так. Совершенно верно. Я, как пример, говорю ориентировочно. И, соответственно, вопрос состоит в том, что я приезжаю в Москву, и, соответственно, мы договариваемся о времени, там, либо это утро, либо обед, либо вечер. Я занимаюсь биомеханикой. В среднем это уходит 2,5-3,5 часа на человека. А примерная стоимость, ну, так? Примерная стоимость на сегодняшний момент – это индивидуальность. Понятно. Да, как пример порядок. Говорю. Ну, порядок цифр на сегодняшний момент, я не имею возможности это говорить. По поводу пяток того, что вниз, я слышал что-то про тренеров. Просто я прошу прощения. Тренер не может сказать, что это пяточка, а вот здесь. Ну, тут вопрос состоит в том, что не то, что тренеры могут подсказать, тренеры об этом даже не знают. Великие тренера, которые на сегодняшний день являются олимпийскими чемпионами, я сейчас закончу, они знают, что как-то когда-то это было. Но сейчас мир времени велосипедного растет с такой прогрессией, что вот на моей практике, я когда захожу в сборную команду России, да, или там еще какую-то профессиональную команду, ну, поверьте, у них работы гораздо больше, чем заниматься еще как им педалировать. Они занимаются всем, они занимаются менеджментом, они занимаются тренерством, они занимаются питанием, они занимаются медициной, они занимаются массажистами, они будут еще заниматься биомеханикой и порвутся они в клочья. Это Россия, к сожалению, у нас нету, как в Европе, разделения возможностей. Это Россия. И то, что мы видим в Европе, допустим, да, в женских командах во многих, именно так, как вот у нас, в принципе, в частности, в России присутствует. Женские финансовые команды содержатся на гораздо меньшие деньги, и там нет таких гонораров, где ты можешь в год получить 1 миллион евро зарплату. Нету. Они ездят за 30, за 40 тысяч в год, за 20 тысяч женщин ездят в год на велосипедах, профессионалы. Поверьте мне, за такие деньги ездят. С работы офисного сотрудника? Евро? Возможно, я не знаю таких офисных сотрудников, которые бы получали такие хорошие деньги в год. 20 тысяч евро? Да, 20 тысяч евро. Это сколько на наши деньги получается? 120 тысяч. 120 тысяч? А я все-таки не понял по поводу вот пятки выставления. Сейчас вот Ирина сидела, у нее носочек вниз был. Вот, то есть она, вы ей выставили так, что пятка не внизу была. Я ей просто на глаз выставил, я не замерял ее мышцы. Я боюсь рисковать. Я сказал, что это пятка и потом и седло поднимаем вверх. Имеется в виду, что прямо вот в центр оси ставится пятка, да? Ну, на педаль ставить. На педаль? Да. Нет. Или куда? Нет. Нет. Не надо ставить пятку на педаль. Нет, если ты начинаешь крутить педали, то ты пяткой до на седло садишься. Нет, пока на земле. Это отправная точка. Отправная точка, примерная высота. Вот мы говорим, примерно высота седла? Да. Высота седла. Еще раз, это получается, вот вы стоите на полу, да, босыми ногами, берете книжку и упираете в пах. В самый верх. Уперли? Отошли и померили, на какой высоте книжка. А потом от оси вращения, да, померили до седла. Оси вращения – это нулевая зона, вот корец. Это ось вращения. Книжка, соотношение вверх. Да. То есть верхняя точка книжки будет наша? Да. Ну, да. Или можно уровень взять и вставить уровень, и поменять по уровню. Ну, высоту. Ну, да. Ну, уровень. Не глубину. От пола до верха уровня. Книжки. Да. Ну, понятно. Ну, то есть, рулет. Допустим, начинается сезон, был длинный, долгий перерыв, там, месяц, 4, да? Имеет смысл пойти сначала сделать интрайфит, да? Или сначала накатать какое-то количество часов, а потом прийти делать настройку велосипеда? Я изначально говорил о том, что изменения в теле происходят. Вот, допустим, ко мне приходит профессионал, у него стабильно 9 месяцев гонки. Стабильно. Все 9 месяцев он находится на велосипеде. Но если он ко мне приходит через 3-4 месяца, я повторно делаю полностью все измерения, потому что в теле происходит 3-4 месяца постоянные изменения. Эластичность либо улучшается, либо ухудшается. Соотношение воды, жира в теле меняется постоянно. Который на велосипеде, собственно говоря, не сидел до конца прошлого года. В конце прошлого года появился первый шоссейный велосипед. То есть имеет смысл мне сделать точную настройку велосипеда, или мне все-таки имеет смысл получить какой-то опыт, чтобы я мог хотя бы на вопросы ответить, там, комфортно, не комфортно. Я думаю, что правильнее сесть на велосипед, прокатнуться неделю, две, три, получить обратную связь и прийти. Но есть люди, которые идут правильно с самого начала, они делают себе биомеханику, чтобы не страдать. Ну, понятно. Чтобы не страдать. Ну, опять-таки, тут и так правильно, и так правильно. Я считаю, что и то правильно. Лучше не страдать, но...
Нет, ну то еще раз повторюсь, это как и это индивидуальность, как вы поставите руль, она у каждого своя. Можете так, и так, и так. Но большая часть на сегодняшний день знающие люди, которые знают меня, они приходят напрямую. Они прям покупают велосипед, еще не сев на этот велосипед, даже не прокатнувшись. Приходят ко мне, последние полгода показывают практика, что таких людей становится больше. Приходят ко мне, ставят туфли, вот так вот новые туфли, новые педали, шипы, велосипед совершенно новый. Можно мне настроить? И мы начинаем полностью биомеханику, настраиваем полностью велосипед. Через, допустим, 2-3 недели они мне дают обратную связь, насколько они качественно и хорошо себя чувствуют на велосипеде. Либо вдруг, если такое возникает, но такое возникает, слава богу, очень редко, крайне вообще практически редко, но опять-таки они приезжают ко мне, либо, как я, скорая помощь, приезжаю к ним и, соответственно, дополировываю полностью их положение на седле, на велосипеде и так далее. Ну и чтобы было понятно, как пример расскажу, после обслуживания присутствует. То есть я даю некую гарантию гонщику, да, которая конкретно после ухода от меня, да, катается там, допустим, около 3-5 дней, то есть 3-5 тренировок, дает мне обратную связь. Если такова связь нарушается в чем-то, дискомфорт, я еще раз говорю, это называется как бы некой гарантией, перестраиваю его, чтобы у него была идеальная посадка. Ну что, ребят, я предлагаю официальную часть сегодня завершить. 2 часа.